Scenery will begin in a couple of minutes. The plenary session is starting in a few minutes. Уважаемые участники Восточного экономического форума, просим вас занять свои места, отключить мобильные телефоны и вспышки фотокамер. Пленарное заседание начнется через несколько минут. Dear participants of the Eastern Economic Forum, you are kindly requested to take your seats, switch off your mobile phones and disable the flash on your cameras. The plenary session is starting in a few minutes. Thank you.
Уважаемые участники Восточного экономического форума, просим вас занять свои места, отключить мобильные телефоны и вспышки фотокамер. Пленарное заседание начнется через несколько минут. Dear participants of the Eastern Economic Forum, you are kindly requested to take your seats, switch off your mobile phones and disable the flash on your cameras. The plenary session is starting in a few minutes. Уважаемые участники Восточного экономического форума, просим вас занять свои места, отключить мобильные телефоны и вспышки фотокамер. Пленарное заседание начинается. Dear participants of the Eastern Economic Forum, you are kindly requested to take your seats, switch off your mobile phones and disable the flash on your cameras. The plenary session is starting now.
Уважаемые участники Восточного экономического форума, просим вас занять свои места, отключить мобильные телефоны и вспышки фотокамер. Пленарное заседание начнется через несколько минут. Dear participants of the Eastern Economic Forum, you are kindly requested to take your seats, switch off your mobile phones and disable the flash on your cameras. The plenary session is starting in a few minutes. Уважаемые участники Восточного экономического форума, просим вас занять свои места, отключить мобильные телефоны и вспышки фотокамер. Пленарное заседание начнется через несколько минут. Dear participants of the Eastern Economic Forum, you are kindly requested to take your seats, switch off your mobile phones and disable the flash on your cameras. The plenary session is starting in a few minutes.
Уважаемые участники Восточного экономического форума, просим вас занять свои места, отключить мобильные телефоны и вспышки фотокамер. Пленарное заседание начнется через несколько минут. Dear participants of the Eastern Economic Forum, you are kindly requested to take your seats, switch off your mobile phones and disable the flash on your cameras. The plenary session is starting in a few minutes. Уважаемые участники Восточного экономического форума, просим вас занять свои места, отключить мобильные телефоны и вспышки фотокамер. Пленарное заседание начинается. Dear participants of the Eastern Economic Forum, you are kindly requested to take your seats, switch off your mobile phones and disable the flash on your cameras. The plenary session is starting now.
Уважаемые участники Восточного экономического форума, просим вас занять свои места, отключить мобильные телефоны и вспышки фотокамер. Пленарное заседание начинается. Dear participants of the Eastern Economic Forum, you are kindly requested to take your seats, switch off your mobile phones and disable the flash on your cameras. The plenary session is starting now. Подобного. Место, где в течение миллионов лет в сердце вечной мерзлоты рождаются удивительные алмазы. Где в кальдере вулкана выходит на поверхность самая молодая нефть на планете. Где горы, похожие на каменный лес, а трава вырастает выше человеческого роста. Здесь живут самые крупные кошки, амурские тигры. И кречеты – самые крупные из семейства соколиных. Полярные туры соседствуют с долинами кипящих гейзеров. А самое глубокое озеро в мире поражает прозрачностью своей воды. Это край сильных людей, которые верят в себя и живут в гармонии с окружающим миром. Они привыкли достигать самых сложных целей. Им покорились арктические льды и твердость камня. Они проложили тысячи километров дорог там, где раньше не ступала нога человека. Построили мосты через широчайшие водные пространства. Подчинили могучую энергию природных стихий и научились использовать ее во благо. Их упорным трудом выросли целые города. Эти люди ценят настоящую дружбу, доброту и тепло. Они радушно принимают гостей и каждый день делают мир вокруг себя прекраснее. Этот мир – Дальний Восток. Место, где рождается будущее России. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Паниет Хату. Модератор пленарного заседания Илья Доронов. Всем здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро. Очень приятно видеть в этом году больше людей, чем в прошлом году. Мне кажется, что... ...с одного, но... You have probably... В Новосибирской области. На борту было 159 человек, и никто не пострадал. Только у одного человека поднялось, как я прочитал, артериальное давление, поэтому давайте мы поаплодируем летчикам. Там есть другая проблема, но о ней, может быть, мы потом поговорим, связанная с самолетами.
Итак, этот форум и вот эта пленарная сессия, она не очень обычная. Почему? Потому что ровно 10 лет назад было объявлено о том, что Дальний Восток и Арктика для нас приоритет. It was announced that this region was a priority for us. And in December, you again repeated in your address to the nation that the Far East was a priority. And perhaps you could tell us, therefore, what has been done over these last five-year terms. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемая госпожа Welcome, Пани, friends. Я хочу поприветствовать нашу гостью. And distinguished Vice President, I'd like to welcome our guests here. Вот наш ведущий сейчас сказал, поприветствовал зал, сказал. Our anchorman has just said in his greetings, good morning, good afternoon, good evening. And indeed, in the Far East here, everything is a bit confused. But one thing we are not confused about, and that is that the Far Eastern region is a real priority for Russia. And for the 21st century. I'd just like to greet participants and guests, therefore, to this 8th Eastern Economic Forum, which brings together interests, businessmen, and representatives from the whole region, so as to set out the strategic areas for future development in this region. And in as much, of course, as this is a part of the Federation of Russia, we can only sketch out the main trends. We all know how over the last years the global economy has developed, and we have seen that the certain Western nations certainly have been busy destroying the world order, and we are building it up. But real, genuine cooperation is, in fact, forging ahead. And Russia is being guided, as other nations too, by their own national interests. And no short-term political considerations are going to deflect us from that. Affects many areas of the economy, including security, energy, and so on. So, in fact, a new model of development is emerging, but not according to the golden norms of certain people in the West, but in the interests of our nation. And this whole new model of ours is based on openness, energy cooperation, and also developing our links with the Pacific region. I'd just like to point out here that last year we have actually increased our trade by more than 13% with the Asian Rim countries, Pacific Rim countries rather. And Pacific nation trade is open for strengthening, and the potential for such a development simply cannot be overestimated.
Almost a half of the resources of the Russian Federation are actually located in this far eastern region of ours. And some of the most important strategic enterprises, particularly with regard to transport, logistics, ports, railways, are located here too. And the potential, therefore, developing Russia as a multipolar entity is particularly relevant here. And as I said in the beginning, the accelerated development of this region is an absolute priority for us. The work of the regions, of the leading businesses here, is absolutely evident. And the results over the last years has been strengthened by a legislative framework which has ensured the development of the region, as well, of course, as the Arctic, which is one of our other strategic priorities. Together, we have managed to obtain over the last 10 years some very good results, first of all, with regard to the economy, the industrial complex, and also high-tech industries. We have proposed a special taxation and customs regime for the region, and thus we have supported business and made sure that this region is forging ahead at an accelerated pace. This special preferential regime has been extended to the islands, and that, of course, has affected the actual amount of taxation as well as the length of time over which it's paid. $7.3 trillion have been invested in the region, and a huge number of jobs have been created, in particular industries, particularly iconic industries like the chemical industry and the processing. Particularly the Zvezda works, which is just nearby. Important projects have also been launched in the agricultural industry, particularly the fishing processing industries in Kamchatka and Magadan. All these are very promising areas for both our exports and for our domestic market. The region actually is three times ahead of economic output in relation to other regions of Russia. So this has to do with the volume of production, the rates of production, all of which are faster than the rest of Russia. So over the last 5 years, the Magadan, Murmansk, Chukotka, and Kamchatka districts have excelled themselves in terms of developing local products, and this is quite exceptional. I think the figures speak for themselves. The turnover in trade has increased in the ports by 1.6%.
в 1,6 раза. And the extraction of gold in the region has also shown very positive results. So, colleagues, you can see what I'm talking about. Everything is growing fast. If we look at extractive industries in the Far East, the share of that in relation to the rest of the Russian Federation is 35%. So this has made the processing industries accelerate their output and is very promising for the future economy. And it's a real guarantee for the future of the country, but it's also the basis for developing future industries like high-tech and engineering and scientific work, guaranteeing also a lot of job creation. So as to increase the volume of production, we have increased scientific investigation into the geology of the region, and we hope to extend that in a similar way to Siberia. As far as the Arctic is concerned, it is not only extraction of minerals we're concerned here, which is obviously very important, but also making sure that there is a really reliable material base for future development. So that's the main thing. And we have to improve conditions, living conditions for everybody, so as to ensure global competition, make sure that investment projects go ahead, particularly for the really big industries and throughout the region and districts. As you know, we have a special investment platform, and that particularly with regard to engineering and also assembly, there is something like a 2 trillion ruble project for infrastructure. We also have to talk about the investments which require huge investments going into millions, trillions, billions. And we must also be sure to encourage SMEs. Machine tool industry and other sectors are very much dependent on energy, but it must be said that as of today, this region is forging ahead in terms of housing and so on, but there are still very big problems. What we have to work on here essentially is a very stable, creating a stable energy base and make sure that that energy is clean, atomic energy, nuclear energy, and it has to be properly developed here and thus extend as much as possible our economic opportunities here. В наших планах связать между собой газопроводы силы Сибири и Сахалин-Хабаровск-Владивосток, а затем
Our plan is also to link up Siberia with the Far East and to bring into being a single system with all the elements integrated. The dots all lined up. This will allow us not only to be more flexible for energy markets, which obviously is very important, but also to develop regions like Буряат and other areas in the Far East. And obviously, we need more resources. We need more clean resources. And, of course, liquefied gas is very important here, which is being developed here in the Far East. Первую технологическую линию проекта Arctic SPG 2. Она уже находится в районе добычи и ведутся пусконаладочные работы. Да? Так и происходит. Вот, отлично. Отмечу, что сама эта линия, по сути, представляет собой плавучий завод. Он не имеет аналогов в мире, можно об этом смело сказать, и опирается именно на российские технологии и мощности. Морских сооружений. К 2030 году производство СПГ в арктической зоне России должно вырасти втрое, до 64 миллионов тонн в год. В этой связи принято принципиальное решение о it's projected that by 2030 the Arctic production will actually be three times bigger than it is at the moment. So we are really investing huge amounts in our northern territories. I very much hope that our companies will agree amongst themselves as to who and how, who will build and how these projects will be developed. So what we're talking about is general support for these energy projects in the Arctic and in the North, and we must also pay great attention to logistics, transport logistics, and the development of proper roads, proper road system. Because the overall volume of trade will develop over the years very substantially. Арктического бассейна. Если в прошлом году она составила 123 миллиона тонн, то к концу десятилетия должна выйти на уровень 252 миллиона тонн. В том числе за счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов уже к 2027 году планируется существенное увеличение мощности Мурманского порта с нынешних 56 миллионов до 110 миллионов. Мы продолжим модернизацию БАМа и Транссиба. Темпы здесь нужно, безусловно, наращивать. БАМа и Транссиба – механизмов концессии и увеличения частного капитала для строительства мостов, камней и путепроводов. Этот вопрос обсуждали с коллегами, модераторами соответствующих сессий. В этой связи отмечу, что по инициативе частных инвесторов прокладывается Тихоокеанская железная дорога, возводится новый порт на побережье Охотского моря. Это позволит задействовать ресурсы Якутии и Северо-Хабаровского края, обеспечить прямой выход на рынки АТР. Иркутск and Northern Khabarovsk. Our biggest companies are now developing a rail link, a new rail link in these regions, and I think there are lots of other
examples of that kind of thing happening throughout the region. Я прошу правительства коллег в регионах активно опираться на этот и государственные, и частные вложения давали синергетический эффект для обновления инфраструктуры, социальной сферы, пространственного развития регионов. Уже обращался к нашим предпринимателям, которые с многие из которых столкнулись с определенным прессингом со стороны объединения. И хочу еще раз сегодня повторить, надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию, как в масштабные, амбициозные инфраструктурные проекты, так и в локальные, но не менее важные проекты городского развития туризма. Really big projects as well of SMEs are very important. For the development of tourism, you can see what is happening. Capital is being совсем недавно мы открыли участок скоростной автомобильной дороги, and we have to avoid making mistakes of the past. Дойдет до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Хочу сегодня сказать, что мы безусловно продолжим этот масштабный проект. Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток, Тихий океан. Будет сформирован единый транспортный коридор России от Санкт-Петербурга до Владивостока. There will be a single transit corridor throughout Russia, linking these regions, and this will create the basis also for the development of tourism. Отдельная тема – развитие авиационного сообщения Дальнего Востока с европейской частью России, а также повышение связанности дальневосточных регионов между собой, чтобы людям не приходилось летать к соседям через Москву. Inasmuch as it links very disparate areas together, мы создали единую дальневосточную авиакомпанию. Ее наиболее важные маршруты субсидируются государством. Таким образом, цена билетов становится доступной. A single unified aviation company, which is being invested in by the government and where passenger fares are going to be accessible to everyone. Перевести ее на системную основу. И прошу правительства до 1 марта будущего года подготовить комплекс планов воздушных перевозок внутри дальневосточного региона. Он должен охватывать строительство новых и модернизацию действующих аэропортов, улучшение стандартов для работы малой авиации, поставку отечественных самолетов и вертолетов. И, конечно, повышение доступности авиаперелетов, прежде всего за счет уменьшения расходов авиакомпаний на лизинг. Helicopters and точные параметры other forms и целевые ориентиры здесь еще предстоит определить. Но, думаю, будет верно поставить такую планку, чтобы в 2030 году пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырос не менее чем до 4 миллионов человек в год. Уважаемые коллеги, важнейшая интегральная цель наших планов, которые мы реализуем в экономике, в транспортной сфере и интегрированная инфраструктура Дальнего Востока, particularly with regard to infrastructure and to transport logistics, are going to be for the benefit of all citizens. And the aim here is to create favorable conditions for everybody and particularly for the future generations. We have launched a whole number of mechanisms. Получили земельные участки для ведения бизнеса, открытия производств и туристических объектов для строительства собственного. Opening businesses, the possibility of opening businesses, and giving land to farmers. Для поддержки индивидуального жилищного строительства по всей стране. Речь идет о применении счетов эскроу, making sure that there is a proper legislative base for all this development throughout the country, not only in this region. And this will allow us to make sure that citizens' income is properly guaranteed and that there will be more possibilities. I'd just like to draw everybody's attention to the fact that all this has to be properly sketched out, planned by the end of this current year. And point out that in the Russian Far East, there are special conditions now for mortgages.
С помощью этого инструмента более 78 тысяч семей уже приобрели или построили новое жилье. Предлагаю скорректировать параметры заниматься повысить ее привлекательность, а именно поднять верхнюю планку кредита до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести свое жилье площадью свыше 60 квадратных метров. What we have to do is to make sure that the credit limit is increased для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства собственного дома. That gives them a bigger choice for building or acquiring their own house. Но с прошлого года такой кредит могут получить все учителя и врачи, работающие на Дальнем Востоке. We're approaching the past for targeting only young families, but that has been extended recently to encompass many more. So this program is accessible also to people working in the defense industry. Так же, как это мы сделали для врачей и учителей. And such mortgages are irrespective of age or the number of years you've been working. Мы предложили особые механизмы для развития жилищного строительства, включая так называемый дальневосточный квартал. Когда компании, ведущие комплексную застройку, получают льготы резидентов территории опережающего развития. В результате уже на этапе проектирования вместе с жильем закладывается комфортная городская среда и социальная инфраструктура. Детские сады, поликлиники, the aim, of course, is to get a comfortable urban infrastructure going. Здесь в современных условиях будут жить около 80 тысяч человек. Добавлю, что для комплексного развития социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке введена так называемая suburban town outside Vladivostok, we have housing for 80,000 people. Оснащены оборудованием более 1500 объектов во всех дальневосточных регионах. Это что это такое? Это школы, больницы, спортивные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры и так далее. Sports facilities, объектов, которые были сданы в последнее время. Cultural centers and so on are also envisaged here. Центр игровых видов спорта и единоборств Комсомольске-на-Амуре. Построено жилье для работников социальной сферы на Чукотке. Открылся парк «Маяк» на берегу Охотского моря в Магадане. Отдельное большое направление работы, которое мы запустили, касается обновления 25 агломераций и городов Дальнего Востока. Сейчас не буду их перечислять. Вчера мы публично обсуждали этот вопрос. Города должны получить новый облик на основе качественных проработок мастер-планов с учетом тех проблем и преимуществ, которые у каждого города свои. Мастер-планы в целом подготовлены, мы вчера говорили об этом. Нужно доработать их, определить источники финансирования и как можно быстрее двигаться вперед. В реновации городов нужно активно задействовать механизм дальневосточной концессии. Кроме того, предлагаю в ближайшие 3 года направить на приоритетные мастер-плана дополнительные ресурсы и вчера еще поручил правительству доработать все эти механизмы. А в дальнейшем посмотрим на возможности увеличения этого финансирования на период до 2030 года. И, конечно, нужно уделить особое внимание муниципальным образованиям, в том числе небольшим. Так, в рамках программы «Тысяча дворов» в прошлом году обустроено 1245 общественных пространств. По итогам текущего года к ним добавится еще 562. Безусловно, нужно продолжить эту работу. Что здесь хотел бы подчеркнуть? В свое время мы приняли решение, по которому во всех наших ключевых программах развития есть специальный дальневосточный раздел. За счет этого набран хороший темп государственных капиталовложений. Именно в проекты Дальнего Востока. Этот уровень, такую динамику, такие дальневосточные приоритеты госинвестиций обязательно нужно сохранить. И еще. Дальний Восток должен быть не только территорией опережающего развития экономики, социальной сферы и городской среды.
За этими планами и проектами нельзя упускать из виду заботу об уникальных экосистемах, о сохранении сотен редких видов растений и животных. Кстати, в рамках нынешнего форума впервые прошел международный форум «День сокола», посвященный сохранению и увеличению популяции хищных и редких видов птиц. Я хочу поблагодарить наших друзей, коллег из Дальнего Востока, с Ближнего Востока, они уделяют этой теме такое повышенное внимание, и мы, конечно, будем, уважаемые коллеги, с вами работать и по этой чисто гуманитарной, но очень интересной теме. На Дальнем Востоке более 60 особо охраняемых природных территорий федерального значения. Многие из них – объекты всемирного природного наследия. Это озеро Байкал, Ленские столбы, заповедник остров Врангеля, вулканы Камчатки и так далее, и так далее. Все это наше неотъемлемое национальное богатство, но в то же время это достояние всей планеты. И мы обязаны его сберечь и одновременно предоставить возможности для научных исследований, для образования и отдыха детей, молодежи, чтобы российские туристы и наши гости из-за рубежа могли познакомиться с прекрасной природой Дальнего Востока. Уже говорил, что российский Дальний Восток должен стать площадкой для отраслей новой экономики, включая развитие туризма в национальных парках Приморья, Хабаровского края, Якутии, Бурятии, Камчатки и Курил, да и в других регионах. С 1 сентября вступил в силу закон, который создает цивилизованные условия, нормативные рамки для экотуризма, формирует базу для раскрытия научного и туристического потенциала охраняемых территорий. Важно, чтобы они были обеспечены инфраструктурой. В этой связи предлагаю в следующем году выделить дополнительные ресурсы на национальные парки Дальнего Востока. Подчеркну, не за счет перераспределения средств с других природных объектов, а именно добавить плюсом, что называется, сверху предусмотренному финансированию. И еще несколько слов о формировании новых отраслей Дальнего Востока. В конце мая прошла выставка «Развитие креативной экономики в России». Тогда состоялась предметная дискуссия, прозвучали интересные предложения от молодых предпринимателей, в том числе из дальневосточных регионов. Так, в Якутии, благодаря усилиям региональных властей, инициативе самих бизнесменов, сложилась одна из лучших практик по развитию творческих индустрий. Например, программирование, архитектура, промышленный дизайн и так далее. Этот опыт ляжет в основу подготовки регионального стандарта развития творческих индустрий, который затем будет распространен на все субъекты Федерации. Здесь важнейшая задача – сделать наши российские марки, бренды более узнаваемыми. Вот сейчас только с коллегами встречался, с модераторами, я уже упоминал эту встречу, они мне сообщили приятную новость, что процесс этот идет достаточно быстрыми темпами и дает хорошие результаты. Необходимо поддержать спрос на отечественную продукцию и услуги. Например, с помощью выставок, ярмарок и так далее. Безусловно, будем продолжать этот процесс. Первая такая ярмарка креативных индустрий прошла в августе в Новосибирске. В ней приняли участие 70 российских производителей. За 3 дня ее посетили 17 тысяч человек. Вторую ярмарку буквально на днях принял Владивосток. Мероприятие вошло в культурную программу нашего форума. Думаю, что эти начинания подхватят и остальные регионы нашей страны. А что касается конкретно Дальнего Востока, то здесь принято еще одно решение, которое касается освоения новых индустрий в экономике, в культуре, в спорте. Мы договорились, что в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту. Это направление уже завоевало большую популярность во всем мире, причем наши киберспортсмены находятся на лидирующих позициях, и проведение соревнований высокого уровня в России, уверен, послужит продвижению компьютерного спорта и в нашей стране, и за рубежом. Первый турнир пройдет уже в конце года. Я прошу отечественные IT-компании и компании с госучастием обратить внимание на этот вид спорта и поддержать его. Уважаемые коллеги, за прошедшие 10 лет для Дальнего Востока и Арктики сделано Over the last 10 years
Quite a bit has been done in the Far Eastern region and the Arctic, and particularly with regard to infrastructure, and unique opportunities have opened up for business in this area. Very big, iconic projects have been launched, particularly with regard to the processing industry and transport. The profile of big cities in the region has changed completely, and this has had a big influence on the lifestyle of the populations. So it has become favorable, interesting for people in the rest of Russia to come to these regions and to work, learn, and bring up their families. And so we are particularly grateful to you for all your efforts there. Let me just say once again, this is our strategic priority, and I'm going to finish my speech with those words as I opened it. Thank you very much. Госпожа вице-президент, я чуть позже, если можно, предоставлю вам слово, а сейчас я хотел бы задать несколько вопросов президенту России по поводу выступления, которое было сейчас. But I think we have a couple of questions here to put to you on the basis of your speech. Потому что ведь многим могло показаться, что приоритет у нас сейчас находится совершенно в другой части света, на Западе, и все усилия. It is very gratifying to hear you say the priority of the Russian state is here, because there are many other areas which are drawing the attention of everybody. We have many priorities. President Putin. Я из Владимира, 180 километров между Москвой и Владимиром. Например, в какие-нибудь майские праздники 6 часов или 7 часов на машине. Это было просто невозможно. Сейчас попробуем по новой трассе проехать, посмотрим, как это будет на самом деле. И сразу же несколько вопросов. В выступлении сейчас прозвучали слова, я даже для себя записал, историческая глобальная задача. То, что касается Дальнего Востока. Вообще, мне приходит такой в голову. So you've talked about a historic global challenge with regard to the Russian Far East. Наверное, можно сравнить с тем, что делал Столыпин по поводу освоения Сибири или план индустриализации, который был в СССР. And I think these endeavors are really comparable with some of the extraordinary historic exploits of the past, particularly opening up Siberia. Вот как по-вашему, вот это вот глобальные планы внутри страны, они смогли бы произойти, они их можно было бы осуществить? И приведу статистику в подтверждение своих слов, своего вопроса. Статистика по специальному административному району Новосибирске за год. The impossibility of investing in the West, for example. Do you think that will have a there are real possibilities of developing things with sanctions. Well, we began this work 10 years ago. And as I said in the beginning of my speech, we began that work long before that beginning in 2014. And this was all part and parcel of the development of the global economy, the emergence of new hubs and centers for economic activity. I don't have to enumerate the countries involved. They're obvious to everybody. So we had to, we can see that today these trends have been maintained. And so after 2014, we've seen lots of national governments supporting coup d'etat, revolutions, and so on and so forth.
реализовали те планы, которые были у нас по развитию инфраструктуры, в том числе Which meant that we couldn't actually realize as many of those plans we had on the drawing board. Правительство немножко просчиталось. Полагали, что не будет такого объема грузоперевозок. Но он оказался даже в последние годы больше, чем... We have to say that we rather sort of slipped up there in our thinking. We didn't think that all these coup d'etat and developments would happen at that rate. But never mind, we mustn't look back, we must forge ahead, put that behind us, and to make sure that the funding is in place for the development of the Far East. Because, why? Because there is a market here. When investors place their money here, they see a result. They get a return on their investment. This began a long time ago, but given what's happening in the world economy over the last year, I think it has actually stimulated our work in this region. Nevertheless, you know, it hasn't actually affected everyone yet. Well, you may be interested by this, but what we see is a trend developing in a number of regions, and that is the emergence of certain platforms and and business and being worried by returns. Люди, которые это делают и сделали, да, они не понимают даже негативных последствий для себя. По-моему, до сих пор этого не оценивают. Ограничение, допустим, расчета в долларах. К чему это ведет? К тому, что все страны задумались о создании своих собственных инструментов, о создании новых систем расчета. But this has led us to think again. The problems with the dollar, for example, has meant that we have turned to accounting in rubles. Я знаю, что это происходит. Ну, конечно, каждый задумается. Investment in securities and so on. I know about this. I guarantee to you that да мы уже в два раза больше заработали. Дело уже не в этих 300 миллиардах, а дело в подрыве доверия. Means that we have actually earned more. То же самое происходит в торговле, в ограничениях, связанных с торговлей. The same thing happens in trade. We've lifted a lot of restrictions, so I think, you know, we are ourselves to blame for some of these negative trends, but we must turn that around. But, you know, this is an objective process which has to do with the growth of fast developing hubs. Nevertheless, what we see as of today is that we have more or less virtually restored the logistic links and in terms of the currency. We have stopped, we have halted the decline. We can all see that. We just have to agree on what to do. This is going to require a lot of very concentrated work. So we mustn't make the same mistakes as in the past. Как раз мой следующий вопрос и касается отношений государства, взаимоотношений государства и бизнеса. My next question has to do with relations between states and its effect on business and so on. Как государство и бизнес между собой должны функционировать? Он говорит, что как партнеры, но государство старший партнер, а бизнес младший партнер. Он так сказал? Да, он так сказал. Он говорит, как бывший сотрудник Госплана.
Мы должны быть равными партнерами. A very important representative said that the big partner was the state and the small partner was business. Or you're talking like a Soviet there, says President Putin. You already said that equal partners. Means that the state has actually taken too big a role. Well, it's certainly true that we have big companies, particularly in the energy field, but private structures are developing very, very fast here in the Far East as well. But we are accompanying all those projects, particularly infrastructure projects, with huge investments. Не помню, по-моему, там 15 что ли миллиардов. Не помню точную цифру. А за последние вот за этот год уже 8,5. Только за год. 8,5 миллиарда. И на ближайшие три года еще 30 миллиардов. И так по очень многим направлениям. Мы же льготируем работу по наших компаниям. Здесь, в Дальневосточном регионе. The impetus in growth here has been something like 35%. Я упоминал про Торы. Ну, там посчитать, сколько льгот там по уплате социальных взносов, по налогу на прибыль, по налогу на имущество. А если взять Курилы, там еще в два раза все круче по льготам, чем для территории опережающего развития. Поэтому вот это сотрудничество между государством и бизнесом, оно приносит хорошие результаты, приносит. Мы дальше так будем делать. Но знаете, что еще очень важно? Мне кажется важным, что все-таки между правительством и бизнес-кругами на протяжении уже десятилетия, может быть, даже пару десятилетий, сложился очень хороший диалог. Практически правительство не принимает никаких решений в сфере экономики, не проводя предварительных консультаций с бизнес-объединениями. Мы всегда стремимся учитывать мнение наших партнеров по бизнесу, ну и так же, как и профсоюзы. Вот про Торы вы сказали и про особые экономические зоны, налоговые льготы, это все хорошо, но пообщался с специалистами в этой области, они говорят, что не только это нужно. Нужно, например, еще, чтобы была инфраструктура построена к этой зоне. Например, там газ, электричество и все остальное. Вот, конечно, этого не хватает. Я поэтому и сказал. Да, кстати, вот я эту цифру вспомнил. 25 миллиардов за последние годы истратили как раз в инфраструктуру. За первые полугодие этого 8,5 и 33 еще предусмотрено. Так мы так это делаем. Мы и будем это делать дальше. Мы понимаем, что вложение в инфраструктуру и должно быть нашей поддержкой бизнеса. Мы так и делаем, и будем это делать дальше. Про курс рубля хотел спросить. Год назад, когда мы сидели вот на этой сцене, рубль и доллар был где-то 60 рублей за доллар. Этим летом подошло к 100, по-моему, даже перешло за 100. Сейчас последнее, я смотрел перед этой сессией, 93 рубля. Волатильность, ну, очень-очень большая. И вот по итогам 2022 года российская валюта стала самой волатильной. Volatility, the exchange rate between the dollar and the ruble has is really accentuated. How do we deal with that? Вопрос, который требует своего кропотливого Yes, that is an issue which requires a lot of painstaking efforts on the part of the US Central Bank and the vantage points of government, but I don't really think that there are huge problems here. Everybody knows about the factors involved, particularly about the money problems of our big exporters. Логистические цепочки для импорта не было налажены. Сейчас импорт logistic chains of supply, of course, have been иностранная валюта все больше востребована. Есть и другие факторы, но в целом они это управляемые факторы.
Мы их видим, понимаем, и foreign currency was in huge demand before, but I just want to say that all these problems are manageable. We are managing them. Inflation, of course, has increased somewhat. I think it's something like 6% now, 5-6. Поэтому ЦБ отреагировал на это, он не мог не отреагировать. Я думаю, что правильно сделал, своевременно. Да, это сокращает возможности для кредитования, немножко сдерживает экономику, развитие экономики, но зато существенным фактором является для снижения инфляционных рисков. Все нужно делать своевременно, поэтому это управляемая ситуация, и я сейчас не буду вдаваться в детали, но это тонкая сфера. Process. I don't want to go into details here because it's a very subtle business, all this, but it is manageable. Почему спрашиваю? Потому что вот предыдущая, когда вот совсем рубль ослаблялся, помощнику президента пришлось Максиму Орешкину написать колонку. После этого в тот же день там чуть-чуть укрепился рубль. Или Андрей Леонидович вот вчера дал интервью РБК и тоже сказал, что есть лазейки, куда, как выводят деньги из страны. Они чем занимаются? Они пугают, говорят, давайте по-мирному будем делать то-то и то-то, иначе мы введем какие-то ограничения, обязательный возврат, там, выручки и так далее. Но резких движений никто делать не будет. Про Центробанк и ключевую ставку. 12%. В эту пятницу на этой неделе будет новое заседание, и есть такая вероятность, что ставку могут поднять еще. Соответственно, кредиты дорожают. А как в этих в этом случае тогда развивать промышленность и как брать новые кредиты? Они становятся, деньги становятся гораздо дороже. Я уже сказал об этом, что ключевая ставка влияет, конечно, на стоимость денег, на кредиты коммерческих банков, а это, безусловно, сдерживает кредитование экономики, а значит и рост. Но в целом мы видим, что кредитование оно находится на достаточно высоком уровне. Первое. Второе, мы видим и опережающий рост потребительских кредитов. Здесь тоже существует набор инструментов, как эти риски купировать. Я сейчас тоже вдаваться в детали не буду, с Набиуллиной поговорить, она вам расскажет. Значит, поэтому влиять, конечно, на это нужно, но если мы упустим и ситуацию, которая приведет к неконтролируемому росту инфляции, в конечном итоге для экономики это будет еще хуже. Потому что тогда в условиях большой инфляции строить бизнес-планы практически невозможно. Здесь нет хороших и очень хороших решений. Здесь есть сложные решения, но их нужно принимать своевременно. И Центральный банк, и правительство до сих пор это делали, и делали весьма эффективно. Ну, еще хочу задать вопрос про ипотеку. Прошу прощения, здесь нужно добавить. Но понимая, что стоимость кредита возрастает, у нас же целый набор инструментов создан по важнейшим отраслям, по важнейшим проектам, связанным с интересами всей экономики страны. У нас же существует целый набор поддержки получения кредитов. Они же льготируются, там определенные преференции предусмотрены. Целый набор инструментов создан для того, чтобы поддерживать компании, которые осуществляют крупномасштабные инвестиции. Делается это совместно с государством. Я сейчас не буду их повторять, промышленные платформы и так далее. Все бизнес знает об этом. Они будут продолжаться. Здесь вопрос в чем? Вопрос, если удорожание кредита будет происходить, то надо, конечно, правительство будет подумать на тему о том, увеличить фонды на фондирование этих инструментов. Наверное, это, правда, дополнительные расходы, и здесь есть другая сторона медали, а именно устойчивость бюджета, его сбалансированность и так далее. Но это все рабочие моменты.
И про ипотеку я хотел спросить. Вот начал задавать вопрос. Вы сказали о программе расширения льготной ипотеки здесь, на Дальнем Востоке. В ЦБ, наверное, зажмурились от этого, потому что наш ЦБ несколько раз высказывал мнение, что льготная ипотека слишком раздута в России. Они видят риски. Вы видите в этом риски или нет? Да, есть определенные риски, но мы их видим и купируем. Что касается Дальнего Востока, здесь проживает, у нас за Уралом проживает 12,5 миллионов человек всего. Поэтому это не такая уж нагрузка для всей страны, для всей экономики. Ну и последний вопрос в этой части, прежде чем передать слово госпоже вице-президенту, вопрос, который волнует бизнес. Налоги будут поднимать или не будут поднимать, или в этом нет необходимости? Правительство не видит пока в этом необходимости. Это важный ответ для всего бизнеса. Сейчас я предоставлю вам слово. Но прежде я бы хотел бы привести для зала, чтобы они понимали, несколько интересных фактов про Лаос. Мне кажется, это важно. Первое. Дипломатические отношения между СССР и Лаосом были установлены в 1960 году, 7 октября. Мы нашли еще один повод, чтобы праздновать этот день, да? Будем праздновать вместе. Договорились. С 2011 года Россия и Лаос – стратегическое партнерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Второй факт, который нашел. Лаос – страна, которая подверглась самой большой бомбардировке в мире. Более 200 миллионов бомб были сброшены из США на Лаос во время войны во Вьетнаме. И 350 тысяч лаосцев погибли во время этих бомбардировок. Третье. Правящая народная революционная партия Лаоса по-прежнему верна идеям социализма. Четвертое. В Лаосе есть пионерское движение. Я, честно говоря, не знал про это ничего. Когда готовился к сессии, узнал. Пятое. В Лаосе до сих пор любят багеты и белый хлеб. Это такое хорошее наследство от Франции осталось. И лаосский кофе считается одним из лучших в мире. Если я правильно прочитал. Ну и последнее. Для нас, для россиян важно, что 30 дней в Лаосе можно находиться без визы. Поэтому добро пожаловать в Лаос, а вам добро пожаловать сюда, на трибуну. Пожалуйста, вам слово, госпожа вице-президент. ข้าพเจ้ามีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งจังว่าได้เข้าร่วมเวทีที่ปรึกษาหารือทางด้านเศรษฐกิจอยู่ตะเวนออกครั้งที่8ในครั้งนี้พวกข้าพเจ้าประเทศลาวเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีพลเมือง7ล้านกว่าคน แล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมหังมีเป็นต้นแมนทรัพยากรทางด้านไฟฟ้าน้ำตกบ่อแฮแล้วก็มีแหล่งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชื่นชมอยู่สำหรับสายพัวพันธุ์ระหว่างโซปลาวกับโซรัสเซีย ตลอดระยะผ่านมานั้นบ่ว่าอยู่ในอดีตสหภาพโซเวียตโซปลาวกับรัสเซียก็ได้มีสายพัวพันธุ์อย่างสนิทแน่นนำกันและก็กลายเป็นคู่ความมือยุทธศาสตร์เนาะเกี่ยวกับมั่นคงทางด้านอาเซียนแปซิฟิกพวกข้าพเจ้ากับรัสเซียก็ได้มีการร่วมมือหลายด้าน โดยเฉพาะเป็นทางด้านเศรษฐกิจในการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีและปัญหาพัฒนาทรัพยากรและอื่นๆการร่วมมือดังกล่าวระหว่างสปป.ลาวและซอลเชียนี้ก็เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งด้านหนึ่งเพื่อช่วยซุกยุ่งซึ่งกันและกัน เพื่อพร้อมกันพัฒนาบนพื้นฐานต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์เสมอภาพและยุติธรรมและพร้อมเดียวกันนั้นพวกข้าพเจ้าก็เห็นว่าสปป.ลาวพวกข้าพเจ้าก็ยังมีประเทศกำลังพัฒนาฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องได้ส่งเสริมซุกยุในการลงทุนเนาะ
ของบรรดาประเทศต่างๆอยู่ในคงเขตผักพื้นและในโลกในนั้นรวมทางมีสรัสเซียซึ่งได้มีการร่วมมือในการลงทุนโดยเฉพาะในคงเขตพลังงานไฟฟ้าบ่อแฮและคงเขตอื่นๆที่เห็นว่าทางสองฝ่ายมีท่าแห่งมีความสนใจสำหรับการเก็บกู้ระเบิดนี้อันนี้ก็เป็นนโยบายมนุษยธรรมซึ่งว่ารัสเซียก็ได้ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือโดยบ่มีเงื่อนไขและก็ได้ช่วยพวกข้าพเจ้าในการเก็บกู้ระเบิดที่บ่ทันแตกซึ่งว่าสงครามอเมริกาได้ปาไว้ซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและมาถึงปัจจุบันนี้โดยผ่านการร่วมมือระหว่างลาวรัสเซียก็เห็นว่ารัฐบาลรัสเซียก็ได้ให้การช่วยเหลือและก็สามารถขยายพื้นที่เก็บกู้ระเบิดได้ในจำนวน 2,000 กว่าเนาะหลายกว่าเนาะ 3,000 กว่าเฮกตาร์และก็ได้มอบดินดังกล่าวนี้ให้ประชาชนเพื่อทำการผลิตฉะนั้นเฮ็ดให้ประชาชนและการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากระเบิดบ่ทันแตกข้าพเจ้าเห็นว่าระเบิดบ่ทันแตกนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ว่าพวกเราควรเฮ็ดแนวใดเพื่อบ่ให้มีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นการป้าไว้ปัญหาต่อกับชีวิตทรัพย์สินของประชาชนПо-лаоски спасибо, это будет хоптай. Хоптай. Вот, попал. Владимир Владимирович, вопрос вам. Потом я вам задам тоже вопрос. 90-е годы мы перестали быть там другом и поддерживать многие другие государства. Например, Куба, тот же Лаос. Как по-вашему, сейчас нам насколько трудно восстанавливать эти отношения и можно ли их вывести на тот уровень, который был во времена Советского Союза? В 90-е годы мы многое приобрели, имею в виду прежде всего раскрепощение, свободу. Многое потеряли, к сожалению, бездумно истратили или расточали то, что было наработано прежними десятилетиями за время существования Советского Союза. Но вы знаете, вот историческая память у тех народов, с которыми мы дружили, с которыми мы общались, которым часто помогали в их развитии, она у людей сохранилась. И на новых принципах нам несложно восстанавливать отношения, потому что люди в этих странах хотят. Это касается и Лаоса, мы видим там много друзей. Это касается в целом Азиатско-Тихоокеанского региона. Это касается той же Африки. Вот совсем недавно прошел саммит Россия-Африка. Вы знаете, я, честно говоря, в очередной раз был удивлен открытостью африканцев, их желанием с нами работать. И сам все время тоже задумывался. Дело же, понимаете, дело не только в том, что мы что-то делали для Африки, помогали людям там обрести свободу, независимость, бороться с колониализмом. Хотя это очень важно, они все помнят. Но они помнят также и другое. Понимаете, в чем главное? В том, что мы не были никогда колонизаторами нигде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать. А те страны, которые с нами пытаются соперничать, в том числе и сейчас, они как раз проводили совершенно другую политику. И вот это вот, когда люди сопоставляют, что происходило в прежние времена в сотрудничестве с Россией, с Советским Союзом, как она тогда называлась, и с другими странами. Конечно, все в пользу России складывается. Конечно, мы сегодня должны это учитывать и иметь в виду. Но вот смотрите, если посмотреть ту же Африку, да, наше сотрудничество. Да, мы помогали. А что делали бывшие колонизаторы? Еще в 1957 году, вот мне фотографии показывали недавно, да, в европейские страны, вот скажем, в ту же Бельгию, привозили из Африки людей в клетках, без слез смотреть невозможно,
Дети в клетках сидят, их выставляли на показ. Да, эта выставка была, так и в деревню устроили. Да, там, да, да, да. В клетках привезли людей и показывали на показ, выставили, значит, в том числе целыми семьями, и отдельно детей в клетках держали. Ну как это можно забыть? Да в Африке это никто не забудет. И сейчас еще пытаются командовать и проводить там свою в целом неоколониальную политику. Но обременили все страны Африки, они там триллионы должны в долларовом исчислении. То есть создали такую, значит, кредитно-финансовую систему с африканскими странами, в рамках которой африканские страны расплатиться с выданными им кредитами не могут по определению вообще. Как, это даже не кредитные взаимоотношения, как контрибуция какая-то. Ну, понимаете, а у нас совсем другие подходы. Были и есть. И это дает нам определенные преимущества в работе с нашими партнерами и с теми, с которыми у нас были особые отношения еще в советское время, и с теми, с которыми мы выстраиваем отношения заново сейчас. Это тоже чувствуют наши друзья. Поэтому я здесь вот не вижу больших сложностей, в том числе в деле восстановления наших прежних позиций. Если уже затронули эту тему, можно я задам такой вопрос? А как быть с теми, кто не считает так? Кто, например, Россию, это страны Прибалтики, это Чехия, это Венгрия, которые говорят, что Россия себя вела как колонизатор, когда вводила, например, танки в ту же Прагу или Будапешт. Мы же давно признали, что это, вот эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений. Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет явное противоречие с интересами других народов. Вот и все. Но именно на эти грабли, если уж говорить о граблях, наступают сегодня ведущие страны Запада, и прежде всего Соединенные Штаты. Спасибо. Они давят и своих союзников, и своих так называемых партнеров. У них нет друзей, у них есть только интересы. Это продолжение известной британской формулы. Да, спасибо. Госпожа вице-президент, вопрос вам. Что дает Лаосу сотрудничество с Россией? И, например, почему вы приняли решение, что в Лаосе возобновляется изучение русского языка? Это ведь не потому, что президент Лаоса на русском говорит. Данти Панатан Владимир Путин, Патан Натибуди, Латсия Декау Пайлео. สปลาวและรัสเซียมีสายพัวพันธุ์อย่างดุนดันสมัยสหภาพโซเวียตและจนมหัศจรรย์นี้ก็ยังสืบต่อการร่วมมือในหลายด้านนํากันก็ถือว่าผ่านการร่วมมือนี้สปลาวก็ได้รับผลประโยชน์อย่างหลวงหลายเนาะบ่ว่าทางด้านการช่วยเหลือลาบ่ว่าทางด้านการช่วยเหลือมนุษยธรรมบ่ว่าทางด้านการค้าขายเนาะการลงทุนการค้าการท่องเที่ยว การอื่นๆและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันนี้เป็นปัญหาล้ำค่าที่สุดพวกข้าพเจ้ามหอดปัจจุบันนี้แม่นยังสืบทอดมรดกในการสร้างทรัพยากรมนุษย์จากอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งบรรดาทานดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นผู้นำของประเทศของพวกข้าพเจ้าอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลืออันล้ำค่าซึ่งบ่มีหยังเปรียบได้อันที่สองมานี้พนธานก็ได้ ให้ว่านอกจากนั้นก็บรรหารเรื่องการร่วมมือในปัจจุบันนี้แล้วแม่นพวกข้าพเจ้าเห็นว่าปัจจุบันนี้มีเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือการร่วมทุนระหว่างสปลาวกับสปจีนฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าเส้นทางรถไฟดังกล่าวนี้บ่เฉพาะที่จะนำเอาผลประโยชน์ ทางด้านส่งเสริมการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างสปจีนกับสปลาวกับบรรดาประเทศอาเซียนเท่านั้นแต่มันยังสามารถเนาะ
เสริมขยายการเพื่อพันธุ์ว่ามือโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าขนส่งผู้โดยสารจากสปลาวไปมายังซอลัสเซียโดยผ่านซอปโปจีนอันนี้ข้าพเจ้าเห็นว่านี่เป็นช่องทางที่ดีเพื่อยกสูงประสิทธิผลในการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างซอปลาวและซอลัสเซียอันนี้เป็นในตอนหน้าพวกข้าพเจ้าว่าสองประเทศพวกเขาจะมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างใหญ่หลวง Вы сейчас вспомнили о пионерах, которые в Лаосе функционируют как организация. Но вот сейчас госпожа вице-президент была в нашем детском лагере «Океан» и с удовольствием отметила, что там отдыхают дети из Лаоса. И в очень хороших условиях, и отличные отношения установились со сверстниками российскими. Но я могу к этому добавить, что дети из Лаоса не только отдыхают в океан, в детском лагере «Океан», они еще и учатся в суворовских училищах Российской Федерации. Лаосские суворовцы, получаются. Да, лаосские суворовцы. Это, ну, для иностранных гостей могу сказать, что это такие военные училища для детей. Там ребята учатся и чувствуют себя очень комфортно. Да, спасибо. А если уж мы заговорили... Так что мы постепенно, все это не спеша. Все делаем и будем делать дальше. Восстанавливать наши отношения с нашими друзьями. Это замечательно. Про логистику, если заговорили. 10 лет в этом году отмечает китайский проект «Один пояс, один путь». У нас был проект и остается до сих пор большое евразийское партнерство, но здесь вот после G20 сразу было объявлено, я перечислю страны, США, Евросоюз, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Иордания и Индия завершили работу над историческим, как было заявлено, соглашением о новом экономическом коридоре Индия, Ближний Восток, Европа. А России там нет, Китая там нет. Как по-вашему, как вот эта инициатива повлияет на реализацию и китайского, и нашего проекта, и что это вообще значит для нас? Я считаю, что это нам на пользу, нам это будет только помогать развивать логистику. Во-первых, этот проект обсуждался давно, уже в течение, по-моему, нескольких лет. Правда, американцы впрыгнули в этот поезд в последний момент, но для них я вообще не вижу большого смысла в этом проекте находиться. Но только может быть с точки зрения бизнес-интереса какого-то. Между тем, дополнительное движение товаров по этому коридору – это, по сути, дополнение к нашему проекту «Север-Юг». Мы здесь ничего не видим такого, что могло бы нам помешать. «Север-Юг» – мы выходим по этому коридору в Персидский залив, значит, там в Индию. Если будет еще один маршрут, мы через, а там еще Израиль, по-моему, задействован, мы можем, значит, через Черное море уходить потом в Средиземное и использовать этот коридор. Значит, я не знаю, коллеги, которые этот проект презентовали, они должны, конечно, внимательно посмотреть. Это только меморандум о намерении. Да, да. Но надо посмотреть на экономику этого проекта, потому что сначала по железной дороге груз должен дойти до моря. Перегрузка с железной дороги на морские суда. Потом приход, значит, к берегу, или в Арабские Эмираты, либо в Саудовскую Аравию. И еще раз надо перегрузить с кораблей на железную дорогу. И вот эта двойная перегрузка, она имеет значение для экономики всего проекта. Это надо считать. Вот руководитель нашей ведущей компании РЖД Олег Валентинович Глазеров кивает головой. Видимо, я попал
туда, куда надо. Это действительно такая экономическая субстанция. Там нужно внимательно считать экономику проекта. А по времени это будет, если говорить от Северной Европы, от Петербурга до Мумбаи, скажем, это будет по времени примерно столько же, сколько и мы планируем маршрут север-юг. По экономике, не знаю, повторяю, надо считать. Мне кажется, что наш маршрут будет эффективнее. Но и никуда не денутся, и никуда не денется интерес к использованию Суэцкого канала. Я думаю, что те, кто полагает, что это какой-то нанесет ущерб Суэцкому каналу, я сомневаюсь. На мой взгляд, этого не будет. Ну и, наконец, последнее. Объем перевозок растет, увеличивается каждый год. И, на мой взгляд, чем больше этих маршрутов, тем лучше. Спасибо. Сейчас несколько вопросов. Вернемся внутрь страны. Мы находимся во Владивостоке, в городе, где много праворульных машин. Сейчас я объясню, почему я спрашиваю. Зал наверняка разделится там на две равные или неравные части. Одни уже наверняка думают, что же делать, как быть, а другие думают, ну, хорошо, что это пройдет мимо нас. Вам сразу скажу, повезло. У вас Аурус, Нива и Волга. А вот многим российским чиновникам не повезло, наверное, потому что вы сказали, что нужно будет пересаживаться на отечественные машины. В 90-е годы такая попытка была, провалилась. Где гарантия, что сейчас все-таки все получится? И на какие машины им пересаживаться? Вы знаете, тогда машин-то не было, а сейчас есть. Да, они, может быть, как-то поскромнее выглядят, чем Мерседесы там, или Audi, которые в 90-е годы начали закупать в огромных количествах. Ну, ничего, я думаю, нам нужно брать в этом смысле пример на многих наших партнеров, например, с партнеров в Индии, да? Значит, они в основном делают упор на производство и использование автотранспорта, произведенного в Индии. Здесь премьер-министр Моди абсолютно, мне кажется, правильно делает, что вот продвигают идею «дело и в Индии». Правильно? Значит, у нас есть этот транспорт, и надо его использовать. Это абсолютно нормально. Это не нарушает никаких наших обязательств в рамках ВТО, абсолютно не нарушает этот госзакупки, а нужно выстроить определенную, значит, цепочку, кому чего положено, и ездить на отечественных автомобилях. И, ну, вы, наверное, знаете, были предложения, значит, продолжить эти закупки. Это несложно сделать, логистика налажена. И... Закупки иностранных машин, да, вы имеете в виду? Да. Угу. Значит, ну, я... сказал, что у меня большие сомнения, нужно ли продолжать эту практику, мягко говоря. Все правительство и управление делами президента выстроили эту цепочку, кому чего положено. Пусть ездят на отечественных машинах. Когда увидим первых чиновников? Вот сейчас. Сейчас будут закупать. Вопрос, он в практическом плане стоит. О закупках. Сейчас будут закупать. Я, честно говоря, не знаю, когда уж там начнется. Вот сейчас. Про китайские машины еще спрашиваю. Импорт китайских машин в этом году вырос на 543%. По прогнозам, в этом году в нашу страну везут почти 500 000 китайских автомобилей. Мы не боимся, что они сметут все наши машины, и мы теперь попадем в зависимость от китайского автопрома? Да нет, мы же развиваем совместно эту работу. Вот машина Great Wall, она же начала... Где в этом? Где-то под Москвой там. Хавалы в Туле собираются, да? В Туле, да. Мне презентовал губернатор. Угу. Конечно, да. Ну что, хорошая машина. Мы же развиваем свой автопром. И слава богу, что все больше и больше развиваем на собственной базе, увеличиваем уровень локализации. Да, и «Москвич» будет производиться. Недавно мне только мэр Москвы докладывал о том, как идет там работа. Так и «Лада» будет развиваться. Надо делать это, понимаете, на собственной базе. Конечно, вот когда наши производители производили машины почти 100%, значит, сборка автомобилей из иностранных запчастей, ну что здесь своего-то? Локализацию будем поднимать. Да, это требует времени.
Но это правильно с точки зрения развития автомобильной промышленности в стране на собственной базе. Мы не собираемся закрываться целиком и полностью. И здесь вот на коленях что-то делать. Но вот Аурус сделали. Сделали. Хорошо. Но стоит он сколько? Да, это стоит, потому что мало производят. Пойдет в Сирию по-настоящему, и в два раза дешевле все будет. Да, это требует времени. Но зато это будет собственное развитие. Это приобретение компетенции, восстановление компетенций. Это налоги внутри страны, это рабочие места. Ну, что говорить? Всем понятно, что здесь сколько составляющих. Но при этом мы намерены сотрудничать с теми, кто с нами хочет работать. Спрошу... Ну, а чиновники-то точно должны ездить на отечественных машинах. Тема, связанная с машинами, это цены на топливо. Вы взяли это на личный контроль, тем не менее, последние данные, дизель уже больше 61 рубля, бензин тоже дорожает. У многих я вижу в глазах уже вопрос, что происходит, и это я вижу еще там в домовых всяких чатах, где люди начали обсуждать цены на топливо. Почему так происходит, и будем ли мы исправлять эту ситуацию? Да, конечно, правительство этим занимается. Связано это, я думаю, что здесь производители наши, те, кто производит нефтепродукты, они правы. Правительство должно было бы своевременно реагировать. Были приняты соответствующие решения, как известно, но не так давно, для того, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка. Потом эти механизмы были отменены, но правительство не среагировало своевременно на вот эти изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Ну, это регулируемые позиция. Мы вчера только вот с Игорем Ивановичем Сечиным разговаривали, у него своя позиция есть. Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время. Для нас очень важно обеспечить сельхозпроизводителям. Да, Минсельхоз уже бил тревогу. Да, дизелькой. Но ее просто физически стало не хватать. Но сейчас физически она появилась. Вопрос в регулировании цен. Было много механизмов. В 2009 году, когда я возглавлял правительство Российской Федерации, было принято вот такое вот решение, толстый вот такой фолиант целый. Наше взаимодействие с компаниями топливно-энергетического комплекса страны и правительства. И все там было детально расписано. Сейчас оно действует, кстати, это постановление, но не применяется. Здесь применяются другие инструменты, так называемый демпфер. Я уже сказал, в чем его смысл. Баланс между внешними ценами и внутренними. Но и его там ополовинили, и он не стал так эффективно работать, как работал до этого. Инструменты известны, договоренности есть. Надеюсь, что это отразится на реальном положении дел. Про счетную палату хочу спросить. С ноября прошлого года остается без руководителя. В чем причина? Алексей Леонидович Кудрин был настолько хорош, что ему никак не могут замену найти. И зачем тогда его отпускали в Яндекс? Ну, во-первых, у нас же не рабовладельческий строй. Если он захотел перейти на работу в бизнес, мы не можем его насильно там держать. Хотя он был, конечно, на своем месте, он и министром был хорошим финансов. Но палата работает, счетная палата, работает эффективно. Уже тысячи проверок там производится. Не помню, они, по-моему, на 1,6 триллиона рублей выявили нарушений. То есть там есть исполняющие обязанности. Но это на качество работы палаты не влияет. Я думаю, что когда ситуация созреет, когда парламент подберет соответствующие кандидатуры, и правительство
этот кадровый вопрос будет решен. Он не является чем-то таким, что мешает работать палате. Я Яндекс не просто так упомянул. Недавно был создан сайт, официальный сайт Аркадия Воложа. И там написано следующее. Я специально цитату прочитаю. Израильский предприниматель, родившийся в Казахстане, сооснователь одной из крупнейших в Европе интернет-компаний Яндекс. Я напомню, что Волош родился в 1964 году, когда Казахстан был частью Советского Союза. Но в биографии сейчас нет никакого упоминания про Советский Союз. Есть у нас и другие бизнесмены, которые публично высказывают свою позицию, в том числе позицию по отношению к специальной военной операции. Для вас грань, которую нельзя переходить, она где находится? И даже эту грань нельзя переходить тем, кто, например, создавал национальное достояние, как вот Яндекс. Ну, послушайте, это не у меня эта грань должна находиться. Это должна находиться в сознании и должна оставаться на совести тех людей, которые делают определенные заявления. Но, как правило, хочу это подчеркнуть, связано это со стремлением этих людей сохранить свой бизнес, сохранить свои активы. Тем более, если люди перебрались и решили связать свою жизнь с другой страной. Ну, он живет в Израиле. И я могу себе представить, что чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления. Сидел же, молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Ну, дай бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется. Нас это особенно, честно говоря, не задевает. Ну, а вообще в целом, если посмотреть, если человек как бы вырос на этой почве, да, получил образование, стал успешным в чем-то, чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала. Я сейчас не Воложа имею в виду. Он талантливый человек, создал действительно хорошую компанию и не на команду подобрал. Я не его имею в виду, а в целом. Ну, да, можно себе представить, что человек не согласен с тем, что делают сегодняшние власти. Имеет он право на то, чтобы высказывать свою позицию? Конечно. Да, но и здесь тоже существует много нюансов, правда? Можно встать на позицию наших противников геополитических, да, и им подыгрывать, и тем самым наносить ущерб своей стране. Можно вести себя по-другому. Здесь много нюансов. Человек сам внутренне определяет для себя. Значит, он кто такой? У него есть какое-то чувство национального самосознания? Или он вообще хочет мимикрировать и чувствовать себя уже не русским там человеком, не рожденным в Советском Союзе, а кем-то другим. Ну, человек сам для себя все выбирает. Я вас уверяю, что рядовые граждане России, наши люди, они все прекрасно чувствуют и все прекрасно понимают, никого не обманешь. Но если выбрал для себя человек какую-то новую судьбу, пускай попробует себя там заявить, проявить и добиться результата. Потому что кто бы ни был, каких бы результатов не добился, он добился и здесь. И не факт, что добьется там того же где-то там в другом месте. Ну, это их выбор. Про новую судьбу вдогонку еще один вопрос. В июле вышла статья независимого эксперта из Глазго в российском журнале «Вопросы экономики». Глазго – это Шотландия. Называется она «Не платежи». Я в курсе. Я для зала говорю, я не сомневаюсь, что вы в курсе. Называется статья «Не платежи в российской экономике 90-х. Непредвиденный институт». Знаете, кто автор? Анатолий Чубайс. Но он реально представлен в этой статье как независимый британский ученый. У меня вопрос. Вы британским ученым вообще доверяете? Yeah. You believe in British scholars? Вы знаете, я ученым доверяю, вне зависимости от их национальной принадлежности. Если это серьезные люди, серьезные исследователи, я не просто доверяю, я восхищаюсь их работой, их жизнью, результатами их работы, потому что настоящий ученый, он погружен в ту тему, которой занимается.
you know, scientists, economists. Всю свою жизнь кладут на вот это дело, которым они. He's dedicated his entire life to these problems. Не жалеют. И примеров не из числа. И в нашей стране. And, you know, nothing against Но если him. Занимаются дурачеством. There are lots of examples of that in our country and abroad. Не ученые, мы же это шквази тогда ученые. Они развлекают публику. He's not a scholar as such. That's just for the broad public. Let him say it. Зачем-то But прячется. Я вообще мне показали какую-то фотографию. Why he's hiding Машей really Израилевич какой-то живет там. Зачем он это делает? Я не понимаю, о чем удрал. Понимаете, sort of learned from internet that he was living in Israel. Why he's doing that, I really don't know. Maybe it's connected with the fact that в структуре нанотехнологии, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная дыра. Connected with the fact that финансовая. You know, there's a big financial gap somewhere. Большие цифры. I don't want to talk about figures here, but слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования. Может быть, с этим связано. Thank goodness there is no criminal investigation afoot. Maybe it's connected with that. Final analysis. В Израиле даже перешел на нелегальное положение. Нафига этому нужно? You know, he's gone to Israel to be legal, as it were, to run away from criminal investigation. I think it's a lot of rubbish. Не глупый человек, может, он. Я не читал эту статью, может, он ничего-то отдельное написал. It's not a stupid man, you know. I mean, I haven't read this article, but во главе компании большой. Looking at things. Которая была создана для развития технологий, во всяком случае, с экономической точки зрения, с финансовой, она, похоже, ему явно не удалась. An economic, вопрос, как ни странно, про приватизацию и деприватизацию. Есть сейчас идея новой приватизации в России, но и тема, которая очень сильно волнует бизнес и обсуждается здесь в кулуарах ВЭФа и в Москве, они говорят, это деприватизация, когда государство как бы Москва забирает активы в свою пользу. И таких случаев уже несколько. И бизнесмены говорят о том, что мы не понимаем, изменились правила какие-то, или как нам смотреть в будущее в этой ситуации. То есть тема достаточно острая, как вы ее прокомментируете. Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. There is no deprivatization plan, and there won't be. I can say that absolutely clearly. Активно работает по отдельным направлениям. Attorney General is public prosecution is working very well in terms of companies and so on and so forth, and the force of law and order have a right to look into business, but that's not concerned with any kind of discussions or decisions with regard to deprivatization. That will not happen. Да, он кивает головой тоже. То есть бизнесу должен быть уверен, что кошмарить, как вы говорите несколько раз, его не будут. Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы Российской Федерации. А если не соблюдают, то тогда должны быть готовы. You know, setting up nightmares for businessmen, but every kind of business has to be regulated one way or another. There is an investigative committee. There's the Office of Audit. All these bodies monitor what's happening in the economic area as well. Но там преследовать кого-то and, только you know, they по make факту sure того, that что чужой бизнес занимается. Но и в продолжение темы больше того, But я хочу подчеркнуть, что деприватизация. В целом like российский бизнес ведет себя в высшей степени ответственно. In today's conditions, в высшей степени ответственно.
Russian business is very, very responsible. Активно себя ведет. New collective, new logistic chains are being developed. So there is a new young class of entrepreneurs coming into existence. That is also true. Nobody said talking about deprivatization or changing things, turning things upside down. Есть вопросы касательно новых собственников национализированных активов. Если какой-то актив приходит в госсобственность, куда он девается? Это вот вопрос, который волнует бизнес. Если что-то обращается в собственность государства, дальше существуют процедуры, предусмотренные законом. Если это попадает в руки, значит, государственных структур, то они в соответствии с законом могут им распорядиться. А здесь только открытые конкурсы. Про бизнес и развитие частной инициативы. Сегодня так получилось, такая дата, я сейчас попрошу вас тоже поаплодировать. 12 сентября 1959 года СССР запустил межпланетную станцию «Луна-2». Она стала первым в истории аппаратом, который достиг поверхности Луны. Давайте скажем спасибо тем, кто делал эту станцию. А как мы знаем, «Луна-25» не смогла. Поэтому вопрос следующий. Не пора ли нам задуматься о том, что, может быть, и в космосе вести какую-то частную инициативу? Илон Маск успешно запускает, и вас как не расстраивает тот факт, что мы начали терять лидирующие позиции в мировом космосе? Нет. Ну, понимаете, космос – это сложная, ответственная работа, связанная, конечно, с высокими технологиями. У нас здесь не просто наработки, у нас отличные компетенции. Ну, вот что касается посадки вот на ту площадку, где тоже еще никогда никто не прилунялся, ну да, это сложная работа, конечно. Там значит, будет проведен анализ соответствующий, работа будет продолжена. Жаль, конечно, что там при лунении это не состоялось, но это не значит, что мы программу это завершили. Будем работать дальше. А что, разве в этих странах и не было никаких ЧП подобного рода, даже более тяжелых, с тяжелыми последствиями? Конечно, это всегда связано с неизвестностью. Поэтому ничего здесь такого нет необычного. Хотя хотелось бы, чтобы все на этот раз удалось. Но мы будем эту работу продолжать, будем усиливать даже отдельные направления. Что касается частного бизнеса Илона Маска, он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать. Но я думаю, что это и признают во всем мире. Но активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства. Мы со своей стороны тоже намерены развивать эту работу, и в Роскосмосе принято уже решение, поддержанное правительством, что мы будем привлекать, мы уже привлекаем частных инвесторов в эту сферу деятельности, и достаточно успешно. Появились новости, что вы поедете на Восточный. Чего ждать от этого визита? У меня там есть своя программа соответствующая, когда я туда приеду, узнаете. Хорошо, договорились. А проблема демографии, она касается России и Дальнего Востока. Вы сейчас сами сказали, что за Уралом у нас живет 12 миллионов человек. Есть статистика, она официальная. По данным Росстата, за прошлый год население страны сократилось на 555 тысяч человек. Как по-вашему, почему, несмотря на все меры, которые предпринимает государство, нам не удается преломить ситуацию в демографии? Нам где-то вообще, по-моему, нигде не удается. Если тенденция есть такая, минусовая, то преодолеть ее очень сложно. Это связано с огромным количеством вводных, которые не специалистам даже трудно понять. Связано это с уровнем жизни, со многими приоритетами, которые возникают у семьи. У женщин детородного возраста, репродуктивного возраста. Потому что хочется получить образование, потом начать карьеру. Первый ребенок появляется под 30 лет, второго уже не просматривается, и так далее. Здесь очень много составляющих. Что касается России, то я уже много раз об этом говорил, специалисты это знают. У нас два спада огромных, которые дали нам небольшое, относительно
большое количество людей, которые могут воспроизвести новое потомство. Это 1943 год, 1944, когда было резкое падение рождаемости. И начало 90-х, к сожалению. Вот, начало 90-х годов, в том числе, когда активно функционировал Анатолий Борисович Чубайс с командой. Значит, ну, вы знаете, здесь Чубайс, можно посмеяться. Они много сделали для того, чтобы предпринять шаги к резкому переходу на рыночные рельсы экономики России. Трудно сказать, кто и как мог бы сделать лучше и как. Критиковать всегда проще. Но, во всяком случае, делали они это жесткими мерами. Это привело в том числе к развалу, развалу социальной системы, ну, практически к обнищанию народа и к резкому падению рождаемости, сопоставимому, а такому же, как во время Великой Отечественной войны, как в 1943-1944 годах. И поэтому вот эти два провала большие, всеми волнами идут, всеми время от времени, через несколько лет, через 10-15 лет, значит, опять мы опускаемся в эту демографическую яму, значит, появляются люди, которые достигают детородного возраста, но их по определению меньше становится. Вот. И сейчас мы вот в такой фазе находимся. Тем не менее, у нас многое делается для этого. Был момент, когда у нас рождаемость увеличилась, вошла в позитивное значение. Здесь на что мы должны обратить внимание? На продолжительность жизни. У нас она растет. В 2021 году она была 71 год, средняя продолжительность жизни в стране, а сейчас 73 с лишним, 73 там, и, по-моему, и 6 даже. Был момент, по-моему, в июне этого года, там 74 даже был с небольшим. Вот, если год-году считать. Значит, второе, нужно, конечно, смертность уменьшать, да, и рождаемость. Есть еще один способ, это миграционный приток. Значит, поэтому нам нужно за каждым фактором, над каждым фактором работать. Вы упомянули о том, что мы проводим целый комплекс мероприятий по поддержке семей с детьми, по поддержке материнства, детства. Сейчас я даже не буду перечислять. Это целый большой набор. Ввели материнский капитал, увеличили его объемы, ввели этот материнский капитал на первое рождение, на первого ребенка и так далее, и так далее, и так далее. Ну, надо наращивать эти меры, надо работать в сфере здравоохранения, поддержки материнства и детства. Все это будем делать. Но, значит, у нас вот даже совсем недавно мы фиксировали естественный прирост населения. К сожалению, не смогли удержать эту тенденцию. Работать надо напряженно по всем направлениям. В том числе, кстати говоря, и в информационной сфере, при поддержке общественности, средств массовой информации, поднимать престиж материнства, отцовства, побуждать людей, да, иметь хорошую, здоровую семью, укреплять наши традиционные ценности, в том числе, кстати говоря, и религиозные ценности. Вот это большой комплекс работы. Будем работать, но это нужно делать, конечно, всем обществом. У меня бабушка, которая 96-10 в семье была. Сейчас таких семей не встречишь практически. Ну, есть почему. Мы же вот стараемся поддержать многодетные семьи. Там есть и 10, и больше детей. А вопрос, который выходит из темы демографии. Демографы Высшей школы экономики подсчитали, чтобы сохранить население России на уровне 146 миллионов человек, каждый год на протяжении 80 лет нужно ввозить по 390 тысяч мигрантов. При негативном сценарии потребуется 1,1 миллион мигрантов в год. Вы не видите в этом опасности? Не превратимся ли мы, как в некоторые районы в США или в Бельгии, сейчас в Антверпене там что-то происходило, связанное с мигрантами, когда невозможно будет войти, например, полиции в эти районы? Да, конечно, мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране. И это очень чувствительный момент в жизни российского государства. Экономика, конечно, требует
использование трудовых мигрантов в отдельных секторах. Больше всего это в строительном секторе. По-моему, там 33% от всех работающих мигрантов. 33%. В целом, у нас не так уж и много на рынке труда мигрантов работает. Это 3,7%. Если к общему числу работающих, работающих у нас где-то 15%. Поэтому это вопрос такой чувствительный. Очень связано и с экономикой, и с социальной сферой, и с моральным состоянием общества. Нам, безусловно, нам, кстати, легче, чем в западноевропейских странах или в Штатах. Потому что все-таки у нас приток из бывших республик Советского Союза. Во-первых, нам с ними легче работать. Руководители их стран все понимают, готовы с нами сотрудничать. Union, мы сейчас со многими государствами осуществляем программы довъездной подготовки тех людей, которые к нам едут. Mm-hmm. То есть это что, о чем речь? О том, чтобы они изучали русский язык, изучали законы Российской Федерации. Надо, чтобы люди понимали, что если они приехали в другую страну, они обязаны соблюдать наши традиции и культуру. И так далее, и так далее. Там много работы. Здесь нам нужно продолжать с ними работать. Это, кстати, и для наших граждан. Граждан Российской Федерации. Очень важно, чтобы не было раздражителя какого-то со стороны миграционного притока. А это самое главное. Нам, конечно, прежде всего должны думать об интересах граждан Российской Федерации. Но если уж необходим приток мигрантов, то тогда нам нужно выбирать все-таки прежде всего тех, которые именно нужны для развития экономики страны. Есть еще один способ. Он и простой, и сложный одновременно. Простота заключается в том, что нам, может быть, и не потребуется такого большого притока мигрантов, если мы будем вводить новые технологии, которые не требуют большого количества работников. Но это значит как раз решение другой задачи технологического развития страны, обновление производственной базы и так далее. И в этом сложность, потому что это не сделаешь сегодня на завтра, это требует больших капиталовложений и действия, уверенные работы по этому направлению. Но способов решения этой проблемы непростой. Их немало. Надо только работать. Будем это делать. Сейчас задам вопрос, который с каждым днем требует все как ответа острее и острее. Начну с того, что сейчас только что завершились выборы региональные, единый день голосования. В этом году в 3 дня проходили. Сразу несколько регионов Дальневосточного федерального округа в них участвовали. Поздравим тех, кто победил на этих выборах. 3 года назад вы сказали, когда вас спросили, а вы приняли решение об участии в президентских выборах, вы сказали, что пока еще нет. Сейчас до выборов остается 1,5 года. Вы по-прежнему в раздумьях? Ну, в соответствии с законом, решение парламент должен принять в конце года. Вот когда решение будет принято, будет объявлено на выборах, дата будет названа, тогда и поговорим. Хорошо, тогда можно будет спросить снова. Спрошу тогда про президентские выборы в США. Что вы ждете от них? Они в следующем году, тем более, что сейчас там происходят довольно странные вещи, и мы понимаем, что Трамп может оказаться в любой момент, может быть, арестованный. А что нам об этом думать? Я думаю, что принципиальных изменений на российском направлении, на внешней политике США не будет. Кто бы не был избран президентом. Правда, мы слышим, что Трамп говорит, что он за несколько дней решил острые проблемы, в том числе и украинский кризис. Ну, это не может не радовать, это хорошо. Но нам по большому счету, хоть его там обвиняли в особых связях с Россией, что полная чушь, бред собачий, но он больше всего ввел санкции в отношении России, будучи президентом. Поэтому чего ожидать от нового будущего, кто бы не был президентом? Нам трудно сказать, но вряд ли что-то изменится кардинальным образом, потому что нынешние власти настроили
американское общество в антироссийском ключе и духе. Вот в чем сидело. Они вот это сделали, а теперь как-то развернуть этот корабль в другую сторону им будет очень сложно. Первое. Второе, они рассматривают Россию как потенциального постоянного противника или даже врага. И вбивают это в голову простого американца, потому что это плохо, потому что это настраивает общество. Хотя, несмотря на это, у нас и в Америке очень много людей, которые нам хотят выстраивать с нами хорошие дружеские деловые отношения. И более того, разделяют многие наши позиции, прежде всего, конечно, с точки зрения сохранения так называемых традиционных ценностей. И у нас много там друзей и много единомышленников, но, конечно, их подавляют. Поэтому кто там будет избран, нам неведомо, но кто бы ни был избран, вряд ли изменится, как я уже сказал, такой вектор антироссийской политики США. Если уж мы затронули... Да, извините, у нас то, что касается преследования Трампа, ну это, конечно, для нас то, что происходит. В сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо. Почему? Потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократий. Все, что происходит с Трампом, это преследование под политическим мотивом своего политического конкурента. Вот что это такое. И делается это на глазах общественности США и всего мира. Они просто обнажили свои проблемы внутренние. И в этом смысле, если они пытаются с нами там в чем-то бороться, хорошо, потому что это показывает, кто с нами будет. Показывает, как еще говорили, звериный облик американского империализма. Да. Звериный оскал. Мы помним такое. Я хочу привести, если уж мы затронули тему, еще одну цитату, но сейчас специально не буду говорить, кто это написал, в конце скажу. При изучении китайской, таиландской или любой африканской истории и культуры считается необходимым испытывать уважение к ее своеобразию. По отношению же к русскому тысячелетнему восточному христианству западные исследователи во множестве испытывают лишь презрение и удивление. Почему этот странный мир, целый материк, все не принимал западного мировоззрения и все не шел по столь явно преимущественному западному социальному пути? Россия решительно осуждается за все, в чем она не похожа на Запад. Вот вы сейчас сказали про экзистенциального врага, а это цитата, между прочим, из Солженицына, который сам уезжал отсюда, жил на Западе, а потом вернулся. Как по-вашему, в чем кроется причина вот такого отношения к нам? Во-первых, я хочу сказать, что мое личное общение с Солженицыным Александром Александровичем убедило меня в том, что он был настоящим истинным патриотом России. Он в известной степени был националистом, в хорошем смысле этого слова. В цивилизованном смысле этого слова. И поэтому то, что он сказал такие вещи, для меня неудивительно. Это первое. Второе. Вот все, что связано с отношениями между Россией и Западом, связано с геополитическими интересами западных стран. И атаки по всем направлениям, в том числе и в сфере, в духовной сфере, они продолжение вот этого геополитического противоборства. Конечно, Запад давно стремился, скажем, катализировать Россию, да, перетащить ее вот туда, под Святой Престол. И когда это не удавалось, начинали искать самые различные инструменты, как представить нашу страну какой-то империи зла, хотя об этом Рейган сказал, но на практике это со средних веков, а может и дальше все тянется. Как только возникал, как только Россия становилось сильнее, становилось реальным геополитическим конкурентом, именно конкурентом. Сразу начиналась политика сдерживания России. Так же, как сегодня Запад пытается сдерживать развитие Китая.
потому что видит, что Китай под руководством КПК, под руководством нашего друга и председателя КНР, развивается семимильными шагами. Это повергает их в шок. И они делают все для того, чтобы затормозить развитие Китая. Но это не удастся. Они опоздали. Все, поезд ушел. Это объективный процесс. И дело не только в Китае. Дело и в Индии, допустим, в Индонезии. Новые центры силы будут развиваться. А то, что делают некоторые западные страны, в США, это попытки сдерживания пойдут им только во время. А вы можете нам секрет приоткрыть? Помните, Си Цзиньпин, когда приезжал? Я секрет не открываю. Я же КГБ. Хорошо, тогда поделитесь, пожалуйста, информацией, если можно. Си Цзиньпин приезжал, мы помним все это видео, когда вы прощались с ним, и он сказал, а мы начали перемены, которых не было 100 лет. Что он имел в виду? Ну, вы знаете, мы же говорили с ним с глазу на глаз, 4 часа сидели. Там очень много было нюансов, деталей. Я могу только сказать, что мы действительно за последние годы достигли беспрецедентного уровня наших отношений. Это касается всех сфер нашего взаимодействия. Вот мы сегодня с китайской делегацией встречались, да? И по данным китайской статистики объем товарооборота даже больше, чем по данным нашей статистики. У нас все есть шанс, не знаю, получится или нет, там конъюнктура всякая, и ценовая, и валютная. Смотрите, как это будет влиять. Ну, может быть, даже уже в этом году достигнем товарооборота в 200 миллиардов. Вот. Ну, не важно даже конкретные цифры. Важно, что мы активно развиваем наше сотрудничество. У нас действительно удивительные отношения сложились в сфере международной безопасности и согласования наших позиций. Мы действуем в интересах друг друга, стараемся прислушиваться друг к другу по очень многим важнейшим направлениям. И прислушиваться, и слышать, и реагировать. И на правительственном уровне, и на уровне глав государств, на министерском уровне, по линии органов безопасности и по линии военных органов. Сотрудничество достигло беспрецедентно высоких показателей. Но вот что интересно, мы же не создаем военных союзов, и мы не дружим против кого-то. Мы дружим в интересах наших народов. Так мы будем работать anybody, дальше. Звучит все здорово по отношению с Китаем, но есть и некоторые проблемы. Я пообщался с бизнесменами, что называют, да? Например, Китай не спешит открывать производство в России, готов в основном поставлять только готовую продукцию. Внутренний рынок для наших товаров не сырьевый. Открытым назвать нельзя. Кроме того, мы не видим спроса китайских инвесторов на инструменты российского рынка капитала. В чем затык? Ну, вы знаете, Китай самостоятельная страна, и Китай прежде всего использует из своих интересов. Ну, и мы тоже так же делаем, мы из своих интересов. Говорит о том, что мы не реагируем на запросы друг друга, неправильно. Вот один из таких чувствительных моментов, как открытие рынка, китайского рынка для наших угольщиков, для горняков. Ну, в Китае тоже есть проблемы в угольной отрасли. Они тоже хотят, чтобы их горняки поставляли на внутренний рынок свою продукцию. Тем не менее, они открывают рынок для нашей угольной промышленности. Открывают и достаточно прилично. Да, мы не можем до сих пор там договориться по свинине. Понимаете, у них есть свои контракты. Правительство особенно не лезет в отношениях с бизнесом, у которых налаженные связи. Так? Но нам нужно решить вопросы ЧС. Болезнью свиней, да? Ну что же, у нас это было, надо закрывать эти проблемы. Это все текущие вопросы, требующие работы на разных уровнях взаимодействия. Мы двигаемся по каждому из них. И уверен, что
будут решаться и те проблемы, о которых вы заговорили. Но нам тоже нужно активнее работать и показывать наши преимущества. Китайские наши партнеры реагируют на это. Вы говорите, ни от кого это предприятие. А в Туле что открывают? Автомобильный завод. Автомобильный завод, как же, не открывают. Открывают. Значит, но им тоже нужно смотреть, каков рынок, сколько вложений они сделают, как окупятся эти вложения. Значит, на нашей стороне тоже вопросы, которые мы должны решить и предоставить инвесторам хорошие условия. Мы неплохо работаем в высокотехнологических областях. Мы продолжаем возводить в Китае атомные электростанции. И в немалом количестве. Это то, где мы, безусловно, являемся лидерами и демонстрируем очень хорошие результаты внутри страны и на международном уровне. И китайские партнеры это оценивают и дают нам эту работу, дают нам эти площадки. Хотя и сами у них развивается атомная энергетика. Но учитывая определенные конкурентные преимущества наших предложений, они ведут на это. Мы должны договориться в области, широкофюзеляжных самолетов. Это сложная работа. Но мы двигаемся, хотя переговоры идут давно, но тем не менее, в области вертолетостроения, где у нас очевидные конкурентные преимущества, в мировом плане, работаем там совместно с китайцами, и вертолеты с большой грузоподъемностью будем производить, тоже договоренности есть, в космосе работаем. Где, несмотря на определенные проблемы, у нас тоже есть конкурентные преимущества. И они спокойно идут на эту совместную работу. Но мы должны признать, что и Китайская Народная Республика, еще раз хочу подчеркнуть, под руководством сегодняшнего лидера, добилась больших результатов в сфере высоких технологий. Мы должны с ними проговорить все это, и такая работа идет, проговорить все это, посмотреть, а где же их выгода для сотрудничества с нами, тоже дать хорошие условия. Это нормальная коммерческая деятельность. Но важно то, что она основана на очень хорошем, прочном фундаменте взаимного доверия. И я уверен, что будем двигаться вперед. Про высокие технологии вы сказали, наверное, не знаете, но сейчас китайцы напугали США тем, что они сделали свой чип 7 нанометров и поставили в новые смартфоны. Да они не этим напугали. Они напугали, что они большие, их 1.5 миллиарда, и экономика развивается 7-мильными темпами. Вот чем они напугали. Это вот проблема для Штатов. Вот это да. Чипы это важно, но это элемент, только один из элементов. Хорошо, несколько вопросов в продолжении темы, связанной с Солженицыным. В июле специальный корреспондент газеты «Коммерсант», который Андрей Колесников, который завтра в «Коммерсанте» напишет про эту пленарку, замечательную статью будем читать, он разговаривал с вами и привел параллели нынешнего времени с 37-м годом. Вы ему ответили, что сейчас 23-й год. Я с Андреем не согласен в этом смысле. Мне на ум приходит другое. 922 год, так называемый философский пароход. Их на самом деле был не один, и не только на пароходах людей отправляли. Тогда людей заставляли уезжать. Из страны делали это большевики, уезжать из страны Советов. Сейчас у нас несогласные сами уезжают. Их никто не выгоняет. Но страна снова лишается талантливых людей. Вот как эта потеря, по вашему мнению, скажется на развитии России? Вы знаете, каждый человек делает сам свой выбор. Мы уже об этом говорили. По разным подсчетам, те же журналисты подсчитывают, где-то деятели культуры, где-то примерно 160 человек, 170 выехали за рубеж. Они не согласны с политикой российского государства. Ну, можно быть не согласны с политикой российского государства и быть здесь, и говорить об этом. Никто же ведь не запрещает. Но кто-то предпочел уехать. Связано это не только с позицией людей в сфере искусства, с позицией несогласия с тем, что
руководство российское делает. Связано тоже и с материальными вещами. Ведь накупили за последние годы там домов, квартир за границей, счета там за границей. Там, значит, люди хотят это сохранить, боятся потерять. И поэтому, в том числе, я не говорю, что это единственная причина. Нет, нет, конечно. Но в том числе и поэтому уезжают, сидят для того, чтобы все сохранить, от них требуют. Это что ж хорошо инвест? Требуют, чтобы они заявляли, требуют, чтобы критиковали, требуют, чтобы обличали. Ну вот они критикуют, обличают. Но, повторяю, есть и такие, которые искренне там не согласны с тем, что российское государство делает, власти российские. Но, повторяю, никто же не мешает им критиковать, будучи здесь. Но они предпочли уехать. Ну, бог с ними, это их решение. Но пострадала ли это российская культура? Ну, наверное, если талантливый человек, который мог бы здесь что-то и сделать, уехал, наверное, что-то мы потеряли. Но, с другой стороны, вот я честно скажу, может, лучше он тогда пускай делает там, за границей, интересы, которые он хочет обслуживать, чем здесь будет капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности, понимаете? Поэтому здесь такой вопрос сложный, но в конечном итоге человек сам вершитель своей судьбы. Приняли решение ехать, хорошо. Но все работает, слава богу. Театры, концертные залы, выставочные, значит, площадки. Многие деятели искусства едут и в зону проведения специальной военной операции, поддерживают наших ребят, героев там на передней линии фронта. Они сделали вот такой выбор. И они, вот они точно делают все, что они делают в интересах российского народа. Наверняка завтра или сегодня вот эмигранты новой волны, они будут смотреть или читать в западных СМИ про эту пленарную сессию. Им важно понимать, для всех для них открыта дорога назад в Россию или нет? Никто не закрывал, они же сами поехали. Кто же сказал им, не приезжайте, а мы не можем. Ведь дело в чем? Дело в том, что в соответствии с российским законом гражданин России может жить где хочет, но никто не может его лишить гражданства и запретить въезд в Российскую Федерацию. Я спрашиваю еще один вопрос. Так называемая трансформация наказания. Мы помним, вернее, читали все, что было в царской России, ссылка, каторга, потом в СССР красный террор, репрессии, потом психушки, а у нас вот сейчас в современной России появилось звание иноагента. Я посчитал, вот сейчас количество в нашей стране и физических лиц, и организаций, вместе взятых с таким званием, перевалило за 400 уже. И каждую пятницу мы видим новые фамилии, новые имена. По вашему мнению, мы всех подряд не гребем? И есть ли механизм? Вот хорошо, человек стал иноагентом, а как ему перестать быть иноагентом? Что нужно сделать? Мы вообще никого не гребем. Кого мы гребем? Значит, вот этот закон действует с 1937 или 38 года в США. Это почти калька. Только он гораздо более либеральный. Но мы же постоянно об этом говорим. В законе Соединенных Штатов предусмотрено там уголовное преследование и тюрьма за некоторые действия. Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает даже ему заниматься дальше этой деятельностью. Он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования. Но если ты, мы же знаем хорошо, что там, кто платит, тот и заказывает музыку. Если платят здесь, внутри страны, тем людям, которые занимаются общественной деятельностью, то хотя бы покажи источник своего финансирования. Ничего здесь такого нет. Правда. Есть много нюансов. И правозащитники неоднократно мне на это указывали. Много нюансов, связанных с тем, что значит, под этот закон попадают люди, которые реально публичной деятельностью не занимаются. Они занимаются там, я не знаю, экологией, еще чем-то. Ну, да, и мы вносим коррективы. Я все время прошу правоохранительные органы, прокуратуру, следственные органы вносить какие-то предложения по поводу того, как можно совершенствовать эту процедуру. Но если вы спрашиваете, можно ли выйти из этого статуса,
Да, можно, и такие прецеденты есть через решение суда. Вопрос, который связан с Украиной. Энтони Блинкен, госсекретарь, недавно побывал на Украине, потом вернулся и сейчас дал интервью ABC, в котором сказал, что Украина готова на переговоры с Россией. И добавил, что условия и будущие границы будут зависеть от мнения Украины. При этом в настоящее время, по его словам, мирные переговоры недостижимы, поскольку, цитата, для танго нужны двое. То есть он как бы намекает на то, что Россия не хочет идти на эти переговоры. У меня тут два вопроса. Как вы это прокомментируете? И второй, как по-вашему, с чем связана такая позиция госсекретаря? Он услышал то, что вы сказали в Сочи, что контрнаступление провалилось, и пора теперь разговаривать. И еще третий вопрос. А почему госсекретарь делает такие заявления за Украину? Госсекретарь США. Ну, это вы у него спросите, в чем делает Украина такие заявления. Что касается переговорного процесса, если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, но пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры. Там же декрет вышел, президент. Он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ это, или декрет, как у них называется. Пусть отменят, как для начала, первый шаг. Теперь в целом, с чем связано. Ну, на мой взгляд, и мне, и многим другим понятно. Вот, Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Ну, сейчас не будем говорить, провал, не провал, нет результатов. Потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тысячи человек. Причем они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результата. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди. Кидают в этом контрнаступлении, как будто это вообще не их люди. Это, честно говоря, так. Мне просто командиры рассказывают с поля боя. Это удивительно. А вы с ними созваниваетесь? Ну, постоянно. Вот. Но потери большие, там по танкам 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов, почти 18 тысяч и так далее. Значит, поэтому складывается впечатление, что они вот хотят, как их толкают, их западные кураторы, по максимуму отгрызть, извините за моветон, то, что они смогут сделать, а потом, когда все ресурсы, и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий, сказать, ну вот мы давно говорим о том, что мы хотим переговоров. И начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность, значит, своих вооруженных сил. Вот такая тактика, ну, возможно, во всяком случае, это один из вариантов. Повторяю, если это искреннее желание добиться чего-то в ходе переговорного процесса, ну, тогда пусть делают это, чужие ближе. Пускай украинцы сами об этом скажут. Указ отменяют, о котором я сказал, декрет. И заявят. Это, конечно, публично сказали, что они не будут вести переговоры. Ну, пусть теперь скажут публично, что хотят. Не вижу я здесь ничего такого, что нанесло бы какой-то имиджевый урон, имиджевые потери. Ну вот. А что может быть первым шагом с той стороны, после чего мы готовы будем идти на переговоры? Ну, послушайте, мне со всех сторон, со многих сторон, те люди, с которыми мы общаемся, выступают, хотели бы выступить в качестве посредников, говорят, а вот готовы вы на прекращение боевых действий? Ну как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем, мы прекращаем. Мы же не троцкисты. Движение все, конечная цель – ничто. Это плохая теория.
То есть получается, что сначала Киев должен остановить боевые действия, доказать это, после этого мы готовы будем разговаривать. Послушайте, я уже сказал, сначала они должны отменить указ, декрет, запрещающий вести переговоры. И заявить о том, что они хотят. А потом про поставки вооружения спрошу, и потом задам вице-президенту вопрос, потому что для вас это тоже больная тема, вы чуть-чуть про нее сказали. Принято решение о поставках снарядов с объединенным ураном. Сейчас говорят о том, что есть шанс о том, что ракеты большой дальности, до 300 километров, тоже появятся на Украине. Первое, по-вашему, поможет ли это переломить ситуацию на фронте? И второе, как мы будем на это реагировать? Вы знаете, мы уже об этом говорили, но вынужден повторить. Совсем недавно администрация США считала, что использование кассетных боеприпасов – это военное преступление. Они публично об этом сказали. Теперь они сами поставляют боеприпасы с кассетными, кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине. Но при этом говорят, что не США, мы не подписывали запрет на применение. Да-да-да. А мы же сейчас не об этом, как говорят, я о другим. Они объявили публично, что это преступление, и совершают эти действия. Вообще не плевать хотели на то, что о них думают. Они всегда делают исключительно все, только в своих интересах. Вот они посчитали, что поскольку боеприпасы заканчиваются 155-го калибра, да, и произвести их сложно и в европейских странах, и в США, они дают с арсеналов то, что есть. Вот есть кассетные, пошло кассетные, значит, с объединенным ураном, это туда же. Но это все это вот есть преступление, о которых они сами сказали, не я, они сказали, что это преступление. Но они это делают. Ничего не помогает. Вот они поставляли, уже давно поставляли. Да, и, конечно, это наносит нам урон. С объединенным ураном то же самое. Но это же заражение местности происходит. Очень плохо. Гросси, кстати, глава МАГАТЭ, сказал, нет, ничего такого не будет. Мы знаем, что это такое. Заражение местности с вами происходит. Значит, и в этой связи что? Поменяет? Вот поменяло это до сих пор? Вот они уже давно, англичане поставляют эти снаряды. Поменяло это что-нибудь на поле боя? Нет. Вот они собираются F-16 поставлять. Поменяет это? Нет. Это просто затягивает конфликт. Затягивает. Вот у них выборный процесс начинается в ноябре. Им во что бы то ни стало, нужно показать хоть какой-то результат. И они толкают украинцев к предложению боевых действий, чего бы публично не говорили. Потому что им украинцев не жалко. Как ни странно, и сегодняшнему украинскому руководству не жалко своих людей. Бросают как в топку просто, и все. Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что. Затянет конфликт? Да, затягивает. Поэтому, но нас, знаете, беспокоит другое. У них ограничений нет. Вот сейчас вам историю одну расскажу. Совсем недавно, в результате боестолкновений на нашей территории Федеральная служба безопасности в ходе боестолкновения захватила, там несколько человек было уничтожено, остальных взяли в плен. Это выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб. Идут допросы. Чего они показывают? Задача у них была нанести ущерб одной из наших атомных электростанций, подорвать ЛЭП, линии высоковольтных передач, с целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. И это не первая такая попытка. При этом они на допросе показали, что они готовились под руководством британских инструкторов. Они вообще понимают, с чем они играют или нет? Они чего, нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, атомным электростанциям? И вообще британское руководство и премьер-министр знает,
чем занимаются вы спецслужбы на Украине. Или, может быть, вообще не знают. Допускаю и такое, что, в свою очередь, британские спецслужбы действуют по указанию тех же самых американцев. Конечный бенефициар все равно нам известен. Но они понимают, чем они играют или нет. Мне кажется, что они просто недооценивают. Но у них же не было Чернобыля. Я знаю, что вот после моих слов сейчас вой начнется там очередной. Это опять угроза, ядерный шантаж и так далее. Я вас уверяю, что это полная, абсолютная, чистая правда, то, что я сейчас сказал. Ну, вот эти гаврики сидят у нас и показания дают. Знаю возможную реакцию. Да, они там все, что скажете под дулом пистолета, они транслируют. Нет, это не так. И руководство британских спецслужб знает, что я говорю правду. Но я не уверен, вообще понимает ли руководство Великобритании, что это такое. И вот такие вещи действительно беспокоят, потому что они не чувствуют краев, как у нас в народе говорят. И могут довести до серьезных последствий. Но мы же понимаем, что мы не ударим по атомной энергоструктуре. Я вам сказал, что они может быть, они провоцируют нас на эти действия. Госпожа вице-президент, вам вопрос. Вы затрагивали тему кассетных боеприпасов. Война во Вьетнаме закончилась, если я не ошибаюсь, в 1975 году. Как вот сейчас, насколько вот эти бомбардировки, которые были в Лаосе, повлияли на жизнь мирных людей, и как они продолжают влиять до сих пор? А у правительства Лаоса есть понимание, сколько еще лет потребуется для того, чтобы полностью разминировать территорию? ถือว่าเป็นสงครามที่ยาวและการใช้ลูกเบิดบ่ทันแตกนี่เป็นจำนวนหลวงหลายเนาะอันเป็นจำนวนหลวงหลายฉะนั้นนั้นก็บ่ทันสามารถเว้าได้ว่าแม่นจักปีจิตใจของรัฐบาลลาวก็คือประชาชนลาวนี่อยากเก็บกู้ระเบิดนี่ให้มันไวเท่าที่จะไวได้แต่อันนี้มันก็ขึ้นกับความสามารถตัวจริงของรัฐบาลประคับประเจ้าขึ้นกับการช่วยเหลือของบรรดาประเทศเพื่อนมิตรหรือองค์การจัดตั้งสากลต่อกับบรรดาดังกล่าว Да, спасибо. Хотите прокомментировать это? Нет, нет, я хочу только добавить, что мы не только принимаем участие в разминировании наших специалистов, но мы обучаем местных специалистов. Уже подготовили 150 человек, которые занимаются разминированием из местных.
Владимир Владимирович, я сейчас спрошу про Армению. Год назад здесь на этой сцене Никол Валерьевич Пашинян сидел, и я видел, как вы общаетесь в кулуарах, и мне показалось, что было вполне абсолютно нормальное общение. Сейчас мы читаем про то, что вчера, по-моему, начались армяно-американские учения. Жена Пашиняна ездила в Киев, и спикер парламента Армении позволял себе в адрес нашего МИДа очень нелицеприятные высказывания. Почему произошел этот разворот Армении? Как это скажется вообще на обстановке на границе с Азербайджаном? И к чему это вообще может Армению привести? Ну, я не думаю, что есть какой-то разворот. Мы видим, понимаем, что происходит. Знаете, об этом можно много говорить. Мы предлагали свои варианты урегулирования, и я хочу скрывать, мне кажется, это хорошо известно. Армения контролировала 7 районов, которые поставила под свой контроль после известного армяно-азербайджанского конфликта. Мы предлагали договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района, Килибаджарский и Лачинский, остались под юрисдикцией фактически Армении и весь Карабах. Но армянское руководство с этим не согласилось, хотя мы пытались убедить армянское руководство в течение десятилетий, 10-15. Ну, разные варианты, но в конечном итоге все сводилось к этому. Наш вопрос, что будете делать, отвечали, будем сражаться. Значит, в конечном итоге все пришло к той ситуации, которая сегодня сложилась, дело не только в результатах этой последнего конфликта. Дело еще в том, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. И в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге. Ну и мы знаем об этом. Теперь мне президент Алиев говорит, ну вы же знаете, что Армения признала, что Карабах наш, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен. И армянское руководство об этом публично заявило, посчитав и всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР и назвав цифру, в которую входит, конечно, и территория самого Карабаха. Ну, это состоялось, это же не наше решение. Это решение армянского руководства сегодняшнего. А если так, говорят нам, то вы теперь на все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. Ну, а что нам сказать здесь? Если сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах – это часть Азербайджана, ну, чего нам делать? Конечно, здесь возникают другие вопросы. Вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом наших миротворцев. Это правда, да. Мандат еще действует. А вопросы гуманитарного характера, недопущения там каких-то этнических чисток, конечно, он никуда не делся. Вот я с этим полностью согласен. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили всегда нам, и до сих пор говорят, не заинтересованы в никаких, каких бы то ни было этнических чистках. Более того, наоборот, заинтересованы в том, чтобы процесс этот происходил мягко. А насколько, по вашему мнению, вообще обоснованы претензии Еревана, когда говорит, что Россия не помогла, ОДКБ не помогло, блокаду Нагорного Карабаха тоже не сняли, и там гуманитарная катастрофа происходит? Но вы понимаете, если Армения признала, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана, все, ну что нам, о чем речь-то? Вот это ключевая составляющая всей проблемы. Статус Карабаха определила сама Армения. В этом же вся проблема.
Такой личный вопрос. За эти дни Никол Ваваевич разговаривал с вами, потому что с Макроном он поговорил, с президентом Ирана поговорил? Он прислал мне письмо развернутое. Мы с ним в контакте. Здесь никаких проблем у нас с Арменией нет. И с премьер-министром Пашиняном никаких проблем нет. Мы с ним в постоянном контакте. Еще очень важный вопрос, это возвращаясь к событиям на Украине. Сейчас очень много слухов пошло о том, что якобы возможна новая мобилизация в стране, в России, у нас. Что вы ответите тем, кто сейчас нас смотрит? Послушайте, на Украине происходит насильственная мобилизация, там одна волна за другой. Я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать. Мы провели частичную мобилизацию, как известно, 300 тысяч человек мы призвали. Значит, сейчас у нас вот за последние 6-7 месяцев добровольно подписали уже контракты на службу в вооруженных силах и в добровольческих подразделениях 270 тысяч человек. Это дополнительно к мобилизации, это частично. Ну, конечно, это вот за последние 6-7 месяцев. Люди приходят в военкоматы и подписывают контракты. 270 тысяч человек. И больше того, у нас этот процесс продолжается. Ежедневно 1000-1500 человек приходят для подписания контракта. Ежедневно. Вы знаете, вот это то, что отличает российский народ, российское общество. Я не знаю, вот, честно говоря, в какой-то другой стране это возможно или нет. Значит, ведь люди сознательно идут на военную службу вот в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. И мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут сознательно и добровольно, защищая интересы Родины. Вот вы сейчас только говорили о выборах. Они же прошли везде, в том числе и в Запорожской, Херсонской областях, в Луганской, Донецкой республике. В тяжелых условиях происходили. Я удивлен мужеству работников избирательных участков. Там, когда обстрелы начинались, противник пытался обстреливать избирательные пункты, люди уходили в подвалы, обстрел заканчивался, они поднимались и продолжали работать. А другие приходили на избирательные участки и в очередях стояли, смотря на опасность обстрелов. Почему я это говорю? Потому что наши солдаты, ребята наши, герои, которые там воюют на передке, они знают, что им есть кого защищать. И это ключевой момент. Мы защищаем наших людей. Мы скоро будем завершать, но у меня есть еще несколько вопросов. 1 сентября появился, вернее, в школу поступил на учебник по истории. Я не буду его подробно обсуждать, потому что мы делали интервью с вашим помощником Владимиром Ростиславовичем Мединским, но там, и он подробно изложил позицию, но там есть такая цитата. «Знаете, жизнь всегда сложнее, чем любые идеологические журнально-газетные штампы. Пройдет десятилетие, и наше время станет предметом скрупулезного изучения. Ученые-историки будут задаваться вопросом, какие шаги мировых лидеров, в том числе и руководства нашей страны, были предприняты правильно и своевременно, а в каких случаях следовало поступить иначе. Если можно, я хотел попросить, давайте не будем ждать ученых из будущего, что было правильно, с вашей точки зрения, сделано, а где ошибки совершили за это время. Давайте подождем ученых из будущего. Только будущие поколения могут объективно оценить то, что мы сделали для страны. Вот, знаете, я вспоминаю то, что князь Потемкин написал когда-то Екатерине II, когда речь шла о присоединении Крыма. Я не смогу воспроизвести дословно эту цитату, но смысл передать смогу. А написал он следующее. Пройдет время, и будущие поколения
поставит вам в вину то, что вы могли присоединить Крым и не сделали этого, и вам будет стыдно. Интересы государства прежде всего. Мы руководствуемся именно этими соображениями. Это ставим во главу угла. И за это нам точно не стыдно. У меня один вопрос, связанный со спортом, с Олимпиадой, которая пройдет во Франции в следующем году. Прежде чем его задать, я хочу, чтобы мы все с вами поаплодировали нашему Данилу Медведеву, который бился в финале US Open в Нью-Йорке. И вообще финал хорош получился. Русский и серб играли, два православных человека. Давайте скажем Данилу спасибо, что он смог это сделать. А, правда. Не было, я смотрел эту трансляцию, не было никакого флага, не было никакого упоминания о том, что он из России. И Макрон, когда сказал про Олимпиаду, которая пройдет во Франции, как я сказал, в следующем году, сказал, что не будет там ни российских, ни белорусских флагов, ничего. Что вы можете сказать нашим спортсменам, для которых Олимпиада – это прям цель их жизни? Они прям ждут, и им придется ее пропустить. Я вот что скажу. Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. И каждый из них, которые там, годами, десятилетиями некоторые готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять определенные решения. Но что касается самого олимпийского движения, то я бы вот что сказал. Я думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций, самого Международного олимпийского комитета, они извращают изначальную идею Пьера де Кубертена. Спорт должен быть вне политики. Он должен не разъединять, а объединять людей. Что произошло за последние десятилетия? Олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов. Произошла недопустимая коммерциализация международного спорта и международного олимпийского движения. А как результат этой коммерциализации, о чем я говорю, спонсоры, рекламное время, ведущие западные компании, которые в конечном итоге создают экономическо-финансовую базу функционирования самого Международного олимпийского комитета и всего движения в целом. А они, в свою очередь, находятся в прямой зависимости от политических структур и правительств своих стран. Вот эта вся цепочка привела к тому, что сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей. А вот эту функцию международное олимпийское движение утратило. И это очень прискорбно для самого олимпийского движения, потому что так или иначе будут создаваться альтернативные движения. Ничего с этим не поделать. Это объективный процесс. Вот мы будем в следующем году проводить игры дружбы. Мы будем проводить соревнования в рамках БРИКС. Там, и с удовольствием все будут в этом участвовать. Те, кто деполитизирован. Это будет соответствующим образом убивать сегодняшние международные структуры. И надо их обновлять еще, и кадрово обновлять. Поэтому это прискорбно, что это происходит. Но мы, конечно, будем защищать интересы наших спортсменов. Первое. И второе, будем создавать для них альтернативные возможности. В том числе и по финансовым результатам их достижений. Минспорта статистику привел, вот сейчас на ВЭФе или перед ВЭФом, 55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили российское гражданство на какое-то другое, вместе с неолимпийскими более 100. Вы понимаете этих людей? Я уже сказал об этом в начале этого ответа, что люди десятилетиями шли к какой-то цели, но и теперь по политическим соображениям они не могут их достигать. Но, вы знаете, есть еще одна составляющая. Ведь есть, я не знаю, можно ли так говорить, но тем не менее, некоторые говорят, что спорт и соревнования на международном уровне – это как бы сублимация войны. В этом что-то и есть. Но я никого не осуждаю. Но просто
для спортсмена, особенно высокого класса, когда он выходит на пьедестал почета, звучит гимн его страны и поднимается флаг, знамя, это тоже имеет определенное значение. Но в конечном итоге каждый человек делает свой собственный выбор. Как считаете? Задам последний вопрос. Мы начали с того, что сегодняшнюю пленарную сессию, с того, что 10 лет назад мы провозгласили, что Дальний Восток, Сибирь, Арктика для нас приоритет. Я бы хотел бы все-таки посмотреть чуть-чуть вперед. И поразмышлять над образом Дальнего Востока и Сибири, и вообще в целом над образом России через лет 10, предположим. Да. Сейчас мы видим некую такую как реинкарнацию на новом витке, может быть, там сравнить с Советским Союзом, когда были пионеры, теперь движений первых появилось у нас в свое время, вернулся музыка советского гимна. На ВДНХ у нас сейчас готовится выставка, которая будет в России, это тоже напоминает то, что было тогда. Вот образ, например, для Украины будущего нарисован, понятно, это членство в НАТО и членство в ЕС. На Западе образ будущего тоже выглядит, ну, как сказать, радужным. А вот что, как этот образ будущего для России? Сейчас сказали, что для некоторых стран образ будущего в том, что они были членами каких-то организаций, НАТО, там, значит, Евросоюза. Вы понимаете, что вы сказали? То есть они за образ будущего связаны не только с взаимодействием с кем-то, а образ будущего связан с их полной зависимостью от кого-то. В сфере обороны их нужно, чтобы кто-то прикрывал, иначе не смогут. В сфере экономики им нужно, чтобы были, значит, направлены деньги из соответствующих фондов, иначе им не подняться. Кстати говоря, и мира-то там на Украине никто не хочет, потому что если война прекратится, надо же будет отвечать перед народом за экономическую и социальную составляющую, а показать-то нечего. Я сомневаюсь, чтобы после окончания боевых действий там потоком пошел бы какой-то процесс восстановления украинской экономики. Кто кормить-то там будет? Я сомневаюсь. Вот. Значит, наше будущее зависит от нас. Вот я недавно встречался с молодыми учеными в Сарове. Они меня тоже спрашивали. Ну, или мы говорили, во всяком случае, об этом. О чем? Хочу это сказать, или, может быть, в другом формате, но ту же самую мысль повторить. Ученые занимаются своими разработками. Так, значит, промышленники работают в сфере материального производства, в сельском хозяйстве, в промышленности. Деятели культуры создают образы для того, чтобы поддержать наши ценности, которые лежат в основе духовного мира каждого человека и каждого нашего гражданина. Все это вместе безусловно будет давать нам результат. Это все должно воплотиться в том, что страна наша, в том числе и в сфере безопасности и обороны, должна быть самодостаточной. Но это не значит изоляции страны. Это значит, что мы в сотрудничестве с нашими партнерами и друзьями, в интеграции с подавляющим большинством стран, которые представляют большинство населения страны, будем развивать свою собственную страну и делать ее еще более сильной. Вот я уже говорил, промышленность, наука и так далее. Но при этом мы обязательно должны сохранить душу России, нашего многонационального и многоконфессионального народа. Вот эта гуманитарная составляющая вместе с наукой, образованием, вместе с реальным производством будет той базой, на которой страна будет двигаться вперед, ощущая и понимая себя как суверенное, в полном смысле независимое государство, имеющее перспективы развития. Так оно и будет. Ведь смотрите, несмотря на все ограничения, которые были введены в отношении России, ведь на что рассчитывали? У нас финансовая система рассыпется,
экономика рухнет, предприятия остановятся, много тысячные коллективы останутся без работы. Ведь этого ничего не произошло. Россия по результатам прошлого года вошла в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, по объему экономики. У нас есть все шансы и дальше двигаться по этому пути. Да, я сказал, у нас там инфляция немножко подросла, но она в рамках соответствующих показателей находится. Безработица на историческом минимуме 3%. Такого никогда не было. 3% всего безработицы в стране. Да, в этой связи возникают некоторые другие вопросы с трудовыми ресурсами, но они тоже решаются. Но впервые за несколько лет у нас растут реальные доходы населения. Да, это скромные доходы, я говорю, но тенденция правильная. И реальные располагаемые доходы и реальная заработная плата подрастает. Все это вместе дает нам все основания полагать, что Россия не только имеет такое надежное, хорошее будущее, да, но оно обеспечено, это будущее, усиление всего нашего многонационального народа. Хочется в заключение сказать, что звучит как предвыборная программа, но до декабря об этом говорить нельзя. Большое спасибо. Будем завершать нашу пленарную сессию. Мы проговорили практически 3 часа, попытались ответить на многие вопросы, но невозможно ни объект, ни объектное. Поэтому, госпожа вице-президент, большое спасибо, что приехали. Владимир Владимирович, большое спасибо, что ответили на все мои вопросы. Спасибо. Всем хорошего вечера. Have a good evening. Thank you.